После того, как Татьяна Григорьевна и Сергей Васильевич спасли наследство, на следующий день Фаине Дмитриевне позвонили те же мошенники. Слушай, алло, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Фаина Дмитриевна? Да. Да, здравствуйте. Меня Александр Николаевич зовут, фамилия моя Токарева. Я следователь Главного следственного управления МВД России по городу Москве. Связываюсь с вами в рамках проверки, значит. А вы куда-то идете, вам сейчас неудобно говорить, бежите куда-то. Да сейчас дома делами занимаюсь, сейчас подождите. Ну слушаю, да, говорите. Если вы дома, то, я так понимаю, вы в Окуловке по месту регистрации находитесь. Ну да. То есть в Москве вас за последнюю неделю не было? Не было. Хорошо, а кем вам приходится Александров Олег Викторович, 91-го года рождения? Кто, не поняла? Александров Олег Викторович, 91-го года рождения. Такого первый раз слышу. Первый раз слышу такого. Как это первый раз слышится? Да. Подождите, а как вы сказали, фамилия моя? Ну, ваша фамилия Александрова, как я понимаю, Фаина. Ну, вообще я замуж вышла уже, поменяла фамилию, стала Виноградовой. И переехала в Пермский край к мужу. В Окуловке не живу сейчас. Ушла от того мужа, перешила, вышла замуж по новой. Видимо, Фаина Дмитриевна, он не знал, что вы поменяли фамилию. Просто вчера человек, Александров Олег Викторович, в районе 10 утра. У вас бывший муж не Александров, случайно? Ну, Александр... Уже нету. Ну, как нету? Ну, Александров бывший муж, да. Вчера некий гражданин Александров Олег Викторович, 91-го года рождения, в районе 10 утра пришел в отделение Сбербанка на Кутузовском 36А и представлялся он в отделении вашим родственникам. Также гражданин этот утверждал, что вы на данный момент находитесь в Москве, в больнице, и под предлогом этого попытался снять деньги для оплаты вашего лечения. Фаина Дмитриевна. Ничего не поняла. Как может это он с меня-то... Я могу быть в больнице, если у меня медовый месяц. Ну, дело в том, что, видимо, он не знал, что у вас... Ну, мы понимаем, что вы уже не в Москве, а в больнице. Мы вчера проводили проверку, как бы уже установили, что вы в Москве, в больнице не находились. Понимаем, что... Человек... Да я вообще в Москве никогда не была. Что мне там делать-то? Просто как человек мог, ну, как у него могли вообще на руках оказаться копии ваших документов, плюс нотариальная доверенность? У вас есть предположения какие-то? Не знаю. Ну, так я уже все документы в банке переделала на Виноградову, ему бы и не отдали ничего на Александрову. Дело в том, что он мог и вашим племянникам представляться. То, что так я вам говорю, ему бы в любом случае не отдали мои деньги, так как я все перевела уже на Виноградову. Я фамилию поменяла и сходила в банк. И все документы переоформила на Виноградову. Ну, значит, Фаина Дмитриевна, смотрите, будьте сейчас внимательны. Будьте внимательны, Фаина Дмитриевна, потому как, ну, пытались уже вести мошеннические действия, значит. Если вдруг какая-то будет попытка, то есть вам будут звонить с банка, либо будут звонить правоохранительные органы. Ну, будьте так внимательны. О чем мне... Подождите, так а как он мог деньги-то мои снять? Так деньги ему никто не выдал, понимаете? Ну, правильно, и потому что фамилия другая. Она начала задавать вопросы, где вы, ну, она начала вокруг да около ходить, где вы, в какой больнице, какой ваш лечащий врач. Он не смог на эти вопросы ответить, начал на нее кричать. В итоге выхватил документы из соцотделения. За то, что нам известно, со слов опрошенных граждан, то есть свидетелей в отделении, которые находились, и от представителей, которые его обслуживала, понимаете? Ничего себе. Так а мне что сейчас идти, опять что-то переоформлять в банк, что ли?
Нет, Фаина Дмитриевна, смотрите, я завтра с вами свяжусь, я у своего руководства точно уточню, какие действия нужно предпринимать. Я в любом случае специалистом банковского дела не являюсь. Ой, а давайте я запишу. Давай, подождите, ручку возьму. Кто вы хочете записать? Что-то вообще, как так можно, я вообще... Может, действительно, муженек мой, но у него... Как вы сказали, Александров, Олег... Александров Олег Викторович. Александров Олег Викторович? Нет, Анатольевич он у меня. Александров. О. Ну, смотрите, как мы думаем, что работает группа лиц. То есть есть люди, которые данные граждан препродают. И все документы, которые были у этого Александрова, скорее всего, были поддельные. То есть это не его фамилия. Ну, вообще, нет, у меня муж Александров Олег Викторович, бывший муж, ну, я не знаю, я уехала. Может, он кого-то там и подсунул, паразит такой. Кого он там уговорил, он знал, что у нас и на свадьбу много денег подарили. А вы кто, дайте я запишу вас. Записывайте, меня зовут Александр Николаевич. Александр Николаевич. А фамилия ваша? Фамилия моя Токарев. Токарев, Токарев. А вы кто? Звание лейтенант юстиции, должность следователь. Юстиции. А что-то вы так поздно позвонили. Уже у нас время много. Во-первых, мы проводили проверки. То есть устанавливали, находились ли вы в больнице. Я еще кое-какие документы. Тем более вы не один гражданин, который с такой ситуацией столкнулся. Нифига себе. У нас... ну, я вам скажу больше. У нас 15 подобных эпизодов. Ой. Поэтому... А что, все по нашему краю, что ли? Или как, по опочке? А он там принес документы как будто в опочке, что ли, я, да? Ну, все по Санкт-Петербургу, получается. 15 эпизодов уже есть. А случаях, почему Санкт-Петербургу? Помочь... Я-то вообще никакого отношения к Петербургу не имею. Ну, это сейчас вы не имеете. Раньше вы... Нет. Он даже в этой области зарегистрировался. Ну, да, правильно, потому что я была у дочки в этом самом... Ой, ну, была у дочки в Питере и взяла у нее... Ну, так Питер и брала. У нас 15 эпизодов у нас по Москве, то есть регионы разные потерпевших. Нет, я в Новгородской жила, правильно, у меня, подождите, у меня дочка это живет в Питере. И я была у нее, она мне предложила, говорит, давай мою старую симку возьми, она на нее зарегистрирована, симка-то, не на меня. Ну, номер телефона мне ваш предоставил руководство. Я ну думаю, да, и да. Я так его и оставила себе. Вот, и все, он может поэтому и числиться. Ну, разница... Номер телефона вы этот в банке предоставляли, мое руководство да, с банком. Да, да. Этот номер. Этот номер, и так... Номер так это уже 5 лет назад, вот как она мне отдала этот номер... свой. Все, она говорит, возьми. У меня было Теле2, что ли. Она говорит, нафига себе тебе это вот возьми. Мегафон, хорошая связь. Все, я взяла. На... Смотрите, я вам свои данные предоставил. Вы еще запишите номер заявления. Ну, давайте. У нас уже время-то 8 часов. Я завтра вам утром наберу. Я по рабочим моментам могу вас до 9 вечера набирать по закону. Ну, давайте. Номер заявления 134-524. 524. Так. 134-524, да. 6. Но. Заявление от 04-го. От 04-го. От вчерашнего числа, что ли? Ну да, вчера в банк приходил этот человек. Зараза какая. Надо спросить мужа, что это... Позвоню сегодня, спрошу. Фаина Дмитриевна, вы никакой информации никому не разглашаете. Мы не знаем точно, откуда растут ноги. Давайте мы будем своей работой заниматься.
Ваша задача сейчас, чтобы не навредить ни самой себе, ну, вообще никому ничего не рассказывайте. Во-первых, не нужно никого беспокоить. То есть, ну, мы уже знаем, что нужно делать. Смотрите, я завтра с вами свяжусь. Заявление я буду передавать в Центральный банк. Центральный банк – это главный финансовый регулятор в нашей стране, государственный орган. В этом банке есть отдел финцерта. То есть за вами закрепят специалиста отдела финцерта, который уже будет нести за вас и финансовую ответственность, и юридическую. Ага, поняла. И если вдруг что-то у вас там похитят, заберут, оформят на вас, то вы уже за это отвечать не будете. Вам нужно будет выполнить регламентные действия, если вдруг мошенники повторно придут в банк, как бы им, даже если выдадут деньги, то они уже будут меченые. Так мне сейчас все равно уже в банк не сходить, только единственное, я даже не знаю, где вам, тут я. Не, вам мы недавно. Отделение банка, послушайте, вам даже звонить не нужно, потому что в вашем банке также могут находиться мошенники. И мы не знаем точно, кто может замешан. Возможно, операционисты, которые имели доступ к вашим документам, к вашим данным, они также знают, что у вас в банке есть кое-какие сбережения. Ну, так я еще здесь данные. Ничего и не знаю, куда чего идти-то, надо будет мужа спросить. Я тут неделю как переехала, то я вообще ничего не знаю. В соответствии с пунктом 9 статьи 56, также статьи 161, я вас должен официально уведомить о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. То есть пока ведется следствие. И никому никакой информации вы не сообщаете. Если вы навредите как-то этой информацией следствию, то есть, допустим, скажете супругу, он захочет вам помочь. Пойдет в банк, сорвет нам операцию, то есть те мошенники, которые могли в теории перепродать ваши данные, они об этом узнают попросту. Так а мне что, и мужу не говорить вообще ничего, что ли? Ну, конечно, Фаина Дмитриевна, я вам об этом и говорю, что вы пока на данном этапе ничего никому не рассказываете. Когда уже все будет нормально, вы получите документы, что... ну, уже ничего вам угрожать не будет, это, конечно, тогда уже все расскажете. И родственникам своим можете рассказать, и всем. Так я вот... Я паспорт поменяла в Акуловке, вот замуж, как бы замуж вышла в Акуловке, паспорт поменяла, все документы поменяла, и вот мы неделю назад только приехали в Кунгур-то, я тут даже ничего не знаю еще. Где, чего, что? Хорошо, я вас понял. Ну, вам, ваш специалист, я завтра вас соединю с ним. То есть заявление сегодня предоставил. Я вас с ним свяжу. Он вам объяснит, какое отделение лучше пойти, какие действия нужно выполнять, какие документы нужно получить. Да я тут заблужусь еще. Я говорю, что я тут это вообще... Полина Дмитриевна, вообще предполагаемая сумма ущерба, какую вам мошенники могли сумму ущерба? Вы говорите, что свадьбу недавно вон там деньги подарили. Ну, миллион у меня на счету лежит, да, миллион. Мы как бы нам это дали, да, деньги, там, пятое-десятое, ну, старые деньги вот собрали, все в одну кучу. Думаю, приходили. Почему я так думаю? Потому как средь бела дня в 10 часов утра, ну, в центре Москвы буквально, прийти в банк, попытаться украсть деньги, ну, это рискуя быть задержанными. То есть я понимаю, что они не просто так рисковали. Ну, ничего себе. Вот это да. Так а что мне делать? Ну, Фаина Дмитриевна, смотрите, я заявление сейчас отправлю в Центральный банк. За... Переговорите, наверное, даже сегодня соедините со специалистом. Вам назначат регламентные действия. То есть. Ну, да, ну завтра вот я как бы по делам пойду. Надо дела делать, тут на работу устраиваться же уже. Понимаете, Фаина Дмитриевна, я понимаю, что нужно на работу, но представьте, что у вас трубу прорвало, чтобы вы сейчас на работу ходили устраиваться. Вы себя для начала обезопасите, чтобы у мошенников не было ваших данных. То есть нужно сделать так, я вам объясняю, почему Центральный банк. Центральный банк вам подскажет, как так сделать, что... Ну, если вдруг они этот миллион снимут, каждая купюра будет уже меченная. То есть мы просто... Подождите секунду, секунду, подождите, подождите секунду. Все, отключился, муж звонит как раз на другой номер. Ну, вы мужу пока ничего не говорите, я вам уже объяснил, почему и для чего. Ну, ясно.
Смотрите, Фаина Дмитриевна, мне сейчас дали обратный ответ, вы потом мужу перезвоните, скажете, что там чем-то заняты были. Мне уже обратный ответ дал Центральный банк. Ну, так чего? А что они дали? Я вот по горячей линии сейчас соединю с вашим специалистом. Мы с ним переговорите, угу. На завтра договоритесь. Когда ну, давайте, ага, да. В какое отделение лучше направиться? Угу. То есть... Ну, я слушаю, слушаю. Вам только по Сбербанку может что-то угрожать, либо в другие банки тоже предоставить? Нет, а только Сбер, только Сбер. Хорошо, я вас понял. Ну все, Фаина Дмитриевна, значит, сейчас включите музыку, в течение 2 минут для вас выделят специалиста. Пообщаетесь. Хорошо, жду. Я думаю, что все будет нормально, вы не переживайте, вы получите все документы, завтра уже сможете спать спокойно. Хорошо, жду. Все, ожидайте на линии, трубку не бросайте. Сейчас я говорю, по телефону разговариваю по-другому. А, все, отключились. Да, слушаю вас. Да, я слушаю. Да, Фаина Дмитриевна, добрый вечер. Вас приветствует Центральный банк Российской Федерации. Меня зовут Анна. Значит, мне передали заявление от следователя... Подождите, подождите, вот у меня муж тут звонил, я отвлеклась немножко. Центральный банк, да? Да, да, я представитель Центрального банка Российской Федерации, ага. Отдел ФИНСЕР. Мне передали заявление от следователя, в котором вы ранее заявляли, Игорева Александра Николаевича. Я бы хотела у вас уточнить, по какой причине с вами связался следователь, то, что вам рассказали, что нет. Объясните, пожалуйста, буквально в нескольких словах о ситуации, которая у вас произошла. Ну вот он объяснил, что какой-то Александров Олег Викторович пришел с Москвы с этим самым какой-то доверенностью на мое имя. Вот, но у меня, я вышла замуж, у меня сейчас фамилия Виноградова была Александрова, а мужа бывшего, ой, что там у меня по ушам, что-то гремит. А мужа бывшего Олег Анатольевич зовут, не знаю как, это не он, значит. Значит, ой. Смотрите, насколько у меня указано в заявлении сейчас, я с ним ознакомлюсь, вы столкнулись с фактом мошеннических действий. На сегодняшний день это достаточно распространенная схема, когда человек по доверенности обратился в отделение банка и хотел снять ваши личные средства. Сразу вам хочу сказать, что страшного в этом абсолютно ничего нет. Эти ситуации достаточно частые, в данный момент они происходят, поэтому нам самое главное сейчас вовремя отреагировать на эту ситуацию. И поскольку у вас произошла только попытка хищения, естественно, предотвратить попытку хищения денег гораздо легче, чем возвращать деньги, которые были уже перемещены. Потому что, к сожалению, если деньги уходят мошенникам, вернуть их потом становится практически невозможно. Я думаю, вы это сами понимаете. Ну, а Анна, я хочу сказать, что вот он, вот этот самый токарев сказал, что пришли как бы за Александровы документы-то, а я вот уже месяц назад, как замуж вышла, я фамилию поменяла на Виноградову. И все документы в банке я тоже переделала на Виноградову. А он-то пришел с Александровой деньги снимать, ему поэтому и не дали, естественно. Нет, здесь ситуация следующая. Вы поменяли паспорт,
Да. И в банке была, все переоформила на Виноградову, да. Правильно. Вы предоставляли в последний раз свои документы в отделение Сбербанка. Ну? У человека были при себе полные данные ваши. То есть, если в доверенности могла быть указана фамилия, одна, к примеру, Александрова, то по документам у него было две ксерокопии ваших паспортных данных. Это на вашу новую фамилию и на вашу старую фамилию. Здесь это... Уже на новую фамилию даже было? Так я паспорт-то вот буквально чуть больше недели назад получила, и вот и ждала, когда паспорт получу, и вот переехала к мужу, к новому, в Пермский край. Ну, вот суть в том, что снятие наличных все-таки возможно и вполне реально. Когда человек обращается в отделение банка, он по той доверенности, которая у него есть на сегодняшний день, может попытаться обналичить все ваши личные средства в любом банке, где вы являетесь клиентом. В данный момент это у нас уязвимость имеется конкретно только по Сбербанку. Значит, сейчас ситуация какая? Паспортные данные, вы знаете, что мы оставляем их везде. Особенно после обновления паспорта вы их все равно уже куда-то предоставляли. Ну, только в банк, и, ну, билеты покупала вот на поезд, и все, больше ничего. Да, мы не можем исключать, что утечка данных происходит не из какой-либо организации. Конкретно сейчас у нас могут быть предположения, что утечка ваших данных происходит именно из банковской структуры. Почему из банков? Я в банке хранится вся информация о вас как о клиенте, а также вся информация о ваших счетах. Соответственно, уже неоднократно бывали действительно такие случаи, когда сотрудники банка занимались перепродажей базы данных клиентов. У людей потом пропадали деньги с карт, списывались проценты со вкладов, пропадали суммы со вкладовых вложений. Поэтому этот момент мы также исключать не можем. В ваше отделение банка мы будем направлять инспекцию для перепроверки всех планшетов и компьютеров сотрудников, которые там работают, чтобы на основании этих данных можно было сделать вывод. Действительно ли к ситуации причастны сотрудники одного из отделений банка, либо же нет. В данный момент я бы хотела у вас уточнить, вы скажите, пожалуйста, последний раз вот предоставляли свои документы в городе Кунгур в отделение Сбербанка, либо же в Перми? Нет, я в этом самом, в Акуловке. И все, больше никуда не предоставляла. Вот в Акуловке получила новый паспорт, и те деньги, что нам там это были у меня, и то, что нам на свадьбу подарили, я в Акуловке вот пошла и сразу на новую фамилию все положила. Так, я вас поняла. Хорошо. Значит, давайте сейчас перепроверим информацию. Я же не могу с такими деньгами ехать в поезде. Сами понимаете, там у меня был 1 000 000, я это их все собрала и положила, ну, на счет. А зачем я буду с такими деньгами ездить? Не дай бог, кто сумку выкрадет. Так вот, счет можно заблокировать, а наличку-то кто мне вернет? Но смотрите, я бы сейчас хотела у вас уточнить, вы открывали счет в Сбербанке именно как вклад под процент? Да. Вы же... да. Ну, 4,8 они мне дали процентов, да. 4,8. Ага. Смотрите, как у вас называется ваш вклад. Это вклад лучший процент, возможно, вклад накопительный просто счет действует. Ой, я даже не помню, девушка, я пришла, сказала, дайте, положите, они говорят, ну, 4,8, я и бумаги не помню, где я еще он... Может, даже что-то искала, наверное, в Акуловке, так и оставила все бумаги. То есть у вас даже нет договора? Да, я какие-то вещи забрала, потом, потому что летом хочу опять туда вернуться, дочка в Питере, к дочке поеду и заеду, остальные там и вещи много еще осталось, и документы, наверное, оставила. Там, наверное, где-то бросила, когда оформляла. Попыхах, торопилась на поезд и... Я поняла. Вот, хорошо. Значит, сейчас вам в обязательном порядке со стороны Банка России, отталкиваясь от 9 статьи Закона национальной платежной системы, будет гарантирована, а также предоставлена страховка на безоплатной основе, которая будет говорить о том, что если вдруг ваши деньги будут украдены... Так, а у меня застрахованы деньги... У меня застрахованы. Сейчас, подождите, я вам объясню по поводу страховки, которую вы покупали.
вам сейчас мы с нашей стороны предоставляем страховку на все мошеннические случаи, действия, которые могут вообще производиться в вашу сторону, связанные с хищением ваших средств. По любому вашему банковскому продукту и по любому банку. Эта страховка будет бесплатная, она будет на полной основе вам установлена. Ту страховку, которую вы купили в отделении Сбербанка, вы заплатили деньги. Скорее всего, это 1500 либо же 2000 рублей. Как правило... Ой, не помню, что-то я там это быстро-быстро, потому что я так быстро там оформляла. Все быстрее-быстрее. Сами понимаете, когда уезжаешь, остается времени там это несколько дней, и не знаешь, за что браться. И то надо сделать и документы, и с работой надо, и с медициной надо разобраться там. Это, ну, вы сами понимаете, когда переезжаешь с одного места на другое, это не то, что квартиру поменять, а тут надо все, тем более город другой, и к мужу другому. Я сейчас про это и говорю, что вы, когда покупаете страховку в коммерческом банке, вы за нее платите определенную сумму денег. Сотрудник, который навязывает вам оформить эту страховку и который ее оформляет, получает от той суммы, которую вы за нее платите, определенный свой премиальный процент. То есть, по факту, ему начисляется определенная сумма денег. Поэтому, естественно, ему выгодно навязать вам страховку, чтобы вы ее оформили. Но эта страховка не распространяется на тот случай, который произошел у вас сейчас. Это случай не страховой. Полную страховку и гарантию безопасности вам может предоставить только Центральный банк, что мы в данный момент вам и делаем. Но единственное, что страховка от нашего банка будет предоставлена вам в том случае, если вы не знали о ситуации, которая произошла. То есть в данный момент вас уведомили, сейчас я вам расскажу, какие меры нужно предпринимать, чтобы можно было обезопасить свой счет, что необходимо делать. Если вы, например, откажетесь от выполнения действий, соответственно, страховка будет являться недействительной. Это понятно? Поняла. Значит, в первую очередь хочу, чтобы вы сейчас взяли, пожалуйста, листочек и ручку, могли записать мои данные, номер. Да, записала. Вот я держу как раз, вот где было записано. Анна. Булатова Анна Викторовна. Булатова Анна Викторовна. Булатова Анна Викторовна. Ага, записала. Пожалуйста, номер контактного центра. Это не мой личный номер, это мой номер моего отдела. То есть, когда вы туда звоните, вы попадаете на контактный центр. Трубку берет менеджер, вам задает вопрос. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Вы говорите, здравствуйте, я Фаня Дмитриевна, мне нужна была ванна. Мне вопрос, я вам перешла. Ну, давайте, я пишу. 8-495. 495. 178 08 47 47. Так, значит, а сейчас ситуация следующая. Пока у вас происходят мошеннические действия, связанные с хищением денежных средств, мы вам будем устанавливать небольшое ограничение на ваши карты. То есть сегодня и завтра вы не сможете осуществлять переводы, просматривать информацию по счетам и получать начисления. Все, что вы сможете сделать сегодня и завтра, это оплатить, например, вашей карточкой Сбербанка покупку в магазине, либо же снять наличные. Но на сумму не больше, чем 20 тысяч рублей в сутки. А не, я закрыла карточку, у меня нету карточки. Она как раз у меня заканчивалась, и я новую не стала там оформлять. Я здесь у себя уже в Кунгуре оформлю. Все, тогда абсолютно, тогда вообще прекрасно, вас это абсолютно никак волновать не будет. Вы даже этих ограничений не почувствуете. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас Viber, WhatsApp, Telegram, какой-нибудь мессенджер? Ой, я не знаю, надо мужа спросить, есть там WhatsApp или нет. Я в телефоне что-то еще пока не разбираюсь, он мне дал вот старенький. У меня был кнопочный, вот где он сейчас звонил, на раз это самое. А этот я, надо разобраться еще. Он придет вечером, я попрошу его, пусть он мне... А что надо, WhatsApp, да? Я попрошу, пусть он сделает мне WhatsApp. Я у вас просто уточняю. Смотрите, сейчас просто, поскольку такая ситуация произошла, я понимаю, что вы живете с супругом, но разглашать о ней вам никому нельзя. Ни родственникам, ни друзьям, ни соседям, ни коллегам, ни супругу. Даже частично вы не можете об этом сообщить, потому что пока не проводится следствие, пока
информация не была еще направлена, и мы не направим в секцию ваше отделение банков, я попрошу все-таки держать все при себе, только у себя в голове, чтобы не предоставлять никакой лишней информации. Не, ну я попрошу его, чтобы он мне WhatsApp установил. Все равно мне надо WhatsApp, потому что я с детьми общаюсь только через его телефон, а мне так неудобно. Хорошо, я вечером его попрошу, он мне поставит WhatsApp тогда. Да, вы тогда попросите, чтобы вам он вечером установил WhatsApp. Ага, ну он где-то он до 10 работает, а у нас же время с Москвой на 2 часа разница. Ну, после 10 придет, я его попрошу. Все, тогда мы с вами так и сделаем. Смотрите, завтра у нас с вами будет ответственное задание. Нам нужно с вами произвести процедуру обновления счета для того, чтобы можно было обезопасить в первую очередь ваши средства, которые хранятся у вас в банке. Так я так и, подождите, Анна, а я так и не поняла. Так он у него что, две доверенности было, что ли? И на Виноградову, и на Александрову? Доверенность была одна, но ксерокопии ваших паспортов было две. Соответственно, так как у вас старый паспорт, новый паспорт, данные там везде совпадают, кроме одной фамилии. Так подождите, у меня же этот самый, так у меня же счет-то открыт на Виноградову. Разницы никакой нет. Человека... Как никакой? Там на Александрову уже закрыли все счета. Там на Александрову ничего нет. Он никак не мог бы и ничего и снять-то не смог бы. Вы тогда становитесь клиентом Сбербанка, либо же другого банка, неважно. У вас так плохо слышно, совсем плохо слышно. Вы когда... Так лучше слышно? Да. Отлично. Вы когда становитесь клиентом любого банка, неважно, это Сбербанк, либо же банк другой, вы предоставляете свои данные, вы получаете, например, карту, и за вами закрепляется автоматический номер лицевого счета, который не знаете ни вы, его знают только сотрудники банка. И этот номер выдается только тогда, когда вы хотите выписать на кого-то доверенность. В данном случае вы открыли склад. Соответственно, этот склад был также подкреплен к вашим данным, к данному номеру, который у вас был создан изначально, когда вы стали клиентом Сбербанка. У мошенника есть номер лицевого вашего счета, с помощью которого он может обналичить ваши деньги. Поэтому уязвимость и попытка обналичивания все-таки есть. Утверждать сейчас то, что у человека нет второй доверенности, которая была создана на вашу новую фамилию, мы также не можем. Человек просто еще не был задержан. Но этот момент также исключать нельзя. Если уже человек обратился в банк за тем, чтобы снять ваши деньги, чтобы их украсть, соответственно, попытка хищения уже происходит. И нам ее нужно с вами будет предотвратить. Это очень важно, потому что допускать того, чтобы деньги были украдены, мы не можем. Нет потом никакой гарантии того, что когда они уйдут на мошеннический счет, вам будет возмещена хотя бы сумма в размере там 20%. Ой, ну я тут, так я тут в Кунгуре-то ничего не знаю. Я говорю, я вот это сама Александру Николаевичу разговаривала, я тут только неделю приехала, я еще пока тут по дому, пока 5-10, вот завтра с утра с мужем должны пойти на работу хоть посмотреть, устроиться. Он говорил, там где-то у них работа хорошая есть. Я тут вообще ничего не знаю еще. Смотрите, здесь никакой роли это не играет. Я вам помогу, я расскажу, если что, мы с вами направимся, я вам объясню, куда нужно направляться. Так а куда? А как я, подождите, мужу-то скажу, он у меня завтра с утра дома будет. Он во вторую смену работает, и вот мы его с утра поедем. Сколько у вас завтра супруг уходит? Ну, к 2 часам. К 2 часам он уходит на работу? Угу. А с утра мы поедем вот по работе устраиваться, 5-10 надо уйти, это, а с утра он дома будет, да. Хорошо, давайте мы тогда с вами сделаем так. Завтра утром я тогда с вами связываться не буду. Я думаю, что в любом случае, хотя я могу вас набрать для того, чтобы просто уточнить что-то по WhatsApp. Если что, вы сможете отойти, ну там может быть от супруга, там в отдельную какую-то комнату буквально на 5 минут. Получится у вас? Ну, попробую, ну, не знаю, он же сразу вот такой ревнивый скажет, кто там звонит, чего звонит, зачем звонит. Хорошо, давайте тогда, чтобы не допускать лишних вопросов, если у вас супруг уходит в 14:00 из дому, либо же ему в это время уже нужно быть на рабочем месте. Да,
Да, на работе должен быть. Так подождите, если он мне установит WhatsApp, вы же утром увидите, что у меня есть WhatsApp, или вы не сможете этого увидеть? И напишите мне, и я могу вам ответить, как я могу разговаривать или не могу. Хорошо, прекрасно. Тогда давайте мы с вами сделаем так. У меня рабочий день начинается с 8 утра по московскому времени, то есть у вас это будет уже 10 часов. Да. Скоро ага. Будет уходить. Вы там будете заняты, я просмотрю, появился у вас WhatsApp, не появился на этом номере. Если я увижу, что у вас имеется WhatsApp, я вам напишу сообщение. Вы мне тогда аккуратненько ответите. Ага. В случае давайте с вами сделаем так. Я вас сама набирать не буду. Ага. До того момента, пока у вас не уйдет супруг на работу, чтобы не было лишних вопросов, чтобы вы ничего... Так, а подождите, а почему ему-то я не могу сказать? Это же наши деньги общие подарили нам на свадьбу. Потому что сейчас происходит факт мошеннических действий. Никто не застрахован в том, что ваши деньги могут быть украдены. Поэтому допускать разглашение этой информации, чтобы она была понята не так, мы тоже не можем, все люди разные. И если вы воспринимаете это сейчас так, как объясняю вам я, потому что это говорю вам я, и я с вами общаюсь как сотрудник банка, то когда вы объясните эту ситуацию, к примеру, своему супругу, он поймет ее так, как он сможет ее понять. Соответственно, не общавшись, он сделает какой-то предварительный вывод у себя в голове, и, возможно, это будет как испорченный телефон. Поэтому этого мы допускать не можем. Сейчас, как только что-то станет ясно, как только вот мы с вами завтра пообщаемся, подведем какой-то итог, как только что-то станет ясно, вы в обязательном порядке сможете рассказать всю супругу. Это не запрещено. Просто вот сейчас, пожалуйста, воздержитесь от этого, потому что в данный момент лучше сделать все по правилам для того, чтобы не допустить каких-то возможностей снятия сейф. Так а чего вы так поздно позвонили-то? А что днем-то? Никак нельзя было позвонить. И днем бы сходила я там и в банк и все сделала. Фаина Дмитриевна, это делается все не так быстро, как вы думаете. На это все нужно время. Нужно обговорить, нужно обсудить, нужно учесть все моменты и только после этого предпринимать какие-то действия. Если с вами связались в такое назначенное время, значит, скорее всего, поступили только какие-то материалы. У нас все, к сожалению, не решается за полчаса. Поэтому как только, так сразу вас об этом оповестили и передали заявление на Банк России. Поэтому мы с вами сейчас делаем вот как мы договорились. Утром я прихожу на работу после совещания, смотрю, есть у вас WhatsApp или нет у вас WhatsApp. Если WhatsApp есть, я вам пишу сообщение, если вы свободны, вы мне на него отвечаете. Если нет, договариваемся с вами так. Я вас набираю, поскольку супругу вашему нужно будет уже в 14:00 на рабочем месте. Я смогу вас, соответственно, набрать в 13:30 по вашему времени. Я думаю, что вы будете уже свободны. Предварительно... Ну, он где-то, он по второго, да, уходит. Там вот. Уходит по второму. Я напишу вам сообщение, чтобы сказать, что наберу вас там через 15, через 20 минут и так далее. То есть я вас в любом случае проинформирую, чтобы вы были в курсе и ждали моего звонка. До завтра попрошу вас, если будет свободное время, вот, к примеру, сейчас, если будут у вас какие-то вопросы касательно ситуации, просто какие-то банковские вопросы, выпишите себе их на листочек, чтобы завтра, когда я с вами свяжусь, мы с вами смогли все обговорить. Хорошо? Ага, хорошо, поняла. Все, прекрасно. Тогда вам желаю хорошего вечера, до завтра утром. Так, а за ночь-то ничего не будет с моими деньгами? А, ну сейчас уже все, банки-то закрыты, он нигде не сможет снять. Мы поставили сейчас ограничения на ваши счета, поэтому снятие наличных сейчас невозможно. А он там вот, например, через, если он, это как там, личный кабинет, да, говорят, бывает. Но у меня его еще нету, потому что у меня нет карты, поэтому... Сейчас невозможно. У вас установлено ограничение. Если кто-то будет заходить в ваш личный кабинет под другим, к примеру, номером телефона, вас об этом я обязательно оповещу. Но у меня пока нет личного кабинета, потому что еще ничего не установили. Я еще, я говорю, этим телефоном еще и пользоваться-то не умею. Тогда
Вы можете сейчас не переживать, в данный момент у вас все нормально, угу. Никто ничего не украл и не списал. Поэтому я вам утром пишу сообщение, вы, если свободно мне отвечаете, в 13:30 мы с вами связываем. Ага. Угу. Хорошо. Тогда вам желаю хорошего вечера. До угу. Спасибо, до свидания. Да. Всего доброго. Контактный центр, меня зовут Дмитрий, чем могу быть вам полезен? Здравствуйте, а мне нужна Анна Викторовна Булатова, она вот сказала, чтобы я ей позвонила. Это Виноградова Фаина Дмитриевна. Одну секундочку. Булатова Анна Викторовна. Так, данный специалист находится на рабочем месте, информацию о вашем звонке я уже специалисту передал. Ожидайте с вами свяжется в ближайшее время. Хорошо, спасибо. Нет, все, спасибо. Спасибо за обращение. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Да, слушаю. Алло. Да, Фаина Дмитриевна, добрый день. Ага. Булатова. Здравствуйте. Вы звонили на контактный центр. Я так понимаю, вы уже освободились, правильно? Ну да, дома вот сейчас. Хорошо. Значит, как у вас дела? Возможно, за вчерашний день поступали вам какие-то звонки с предложениями о кредитах, просто от банка не звонили? Мне ничего не звонили. Может, пришел, пока тут свои дела сделали, потом это... Господи, как это... Пока вот потом уже вечером вспомнила, что WhatsApp надо установить. Вот установила. Сегодня пока ездили на работу, устраивались. Потом вот у меня же паспорт был на регистрации. Вот сегодня сейчас забрала, вот только пришла домой. Все нормально, все тихо, мирно. Ну, отлично. Значит, в данный момент, смотрите, ситуация следующая. Так как у человека есть при себе генеральная доверенность, на основании этой доверенности, соответственно, возможно снятие ваших личных средств. Так как нам этого допускать нельзя, у нас с вами сегодня задача будет это предотвратить попытку хищения денег, потому что сделать это гораздо легче, чем возвращать деньги, которые уже утеряны. Так я так и не поняла, а почему это самое на Александрову он это пошел, а не на Виноградову? Значит, на Виноградову ему бы и не дали все равно деньги. Проблема в том, что у человека была ксерокопия двух ваших паспортов на старую и на новую фамилию. Была создана доверенность на фамилию Александрову, действительно. Но поскольку было две ксерокопии паспортов, и сотрудники банка были уведомлены о том, что у вас были измененные данные, поскольку вы поменяли фамилию, оформление доверенности по тому паспорту, который есть у него на сегодняшний день, то есть текущий, вполне реально, возможно, и мы этого исключать не можем. Пока сказать о том, что он проходил с новой доверенностью, я вам не могу, потому что этим всем занимаются правоохранительные органы. Как только об этом узнают, вас обязательно об этом проинформируют. Но исключать то, что снятие наличных невозможно, это неправильно. Потому что в данный момент присутствовало две ксерокопии ваших паспортов, и старой, и новой. Поскольку ксерокопии верны, и они везде одинаковые, как? Так у меня и регистрация уже другая. Я была вообще без регистрации, только сегодня паспорт получила с новой регистрацией. Правильно. Вы же в данный момент прописались, я так понимаю, в Кунгуре, правильно? Да. Ну вот. У меня же без регистрации на работу не возьмут. Этот паспорт вы уже предоставляли в отделение банка, поэтому у вас произошла утечка не только ваших старых паспортных данных, а также и новых. И поскольку утечка данных произошла, и все-таки от вашего имени уже пытались снять деньги, вы должны понимать, что в данной ситуации нужно предотвратить попытку хищения денег. Поэтому наша с вами задача сегодня будет сделать все возможное для того, чтобы эти данные в доверенности были указаны как недействительны. И чтобы, а самое главное, чтобы был недействителен номер вашего единого лицевого счета. Потому что он будет указан также в новой доверенности, если ее оформит данный человек. А нам нужно сделать все для того, чтобы когда он обратился в отделение банка снова, данные доверенности были уже указаны как неактуальны. Поэтому у него бы не получилось обналичить ваши средства. Вот так.
Значит, что касается того, что необходимо будет делать, вообще зачем, почему и нужно ли будет обращаться в отделение банка, сейчас буду вам рассказывать. Значит, сначала объясню вам, что такое единый лицевой счет. Единый лицевой счет – это счет, который хранится в системе Центрального банка. Как я вам ранее говорила, когда вы становитесь клиентом любого банка, за вами подкрепляются определенные 17, либо же 21 цифра. Они закрепляются за вами до того момента, пока вы не расторгнете договоры во всех банках, которыми вы ранее пользовались, либо же пользуетесь на сегодняшний день. Вот. Соответственно, когда вы становитесь клиентом нового банка, либо же заводите новый продукт, это инвестиция, страхование жизни, вклад, карта обычная, кредитная, вся эта информация подкрепляется к вашему номеру счета, с помощью которого вас можно идентифицировать как клиентов банковских структур. Вот. Так я же старый счет закрыла, вот я же вам говорю, старый счет-то закрыт у меня, же новый, все. Единый лицевой счет не закрывается, он создается тогда, когда вы становитесь клиентом банка. Просто представьте себе, что это 17 или 21 цифра разной комбинации, которым подкреплены все ваши данные. А разве не разные счета? Нет. А почему? У вас нет в банковской структуре, в системе банковской, нет разных счетов. Вам могут выдаваться разные счета, разные номера вкладов, например, когда вы их открываете. Но они все подкреплены к одному единому лицевому счету. А где этот счет посмотреть? Вы его получите, посмотреть не можете. Он выдается только в том случае, если вы вписываете на кого-то доверенность нотариально. Даже не с помощью банка, а именно с помощью нотариуса. Только в этом случае его можно просмотреть. И эта информация хранится только в системе банка. Просто ничего себе. А как же он узнал этот, как его там? Так я вам сейчас об этом и говорю, что номер вашего единого лицевого счета был указан в доверенности. Поэтому мы предполагаем, что утечка ваших данных сейчас происходит именно из банка. Какого? То есть в Акуловке, что ли? Значит, в Акуловке? Я не могу вам сказать, с какого именно отделения банка. Вы зарегистрированы везде. То есть вы можете прийти в любой банк на территории Российской Федерации, по любому банку вас могут обслужить, потому что эта информация отображается во всех банках. Поэтому сказать конкретно, откуда произошла утечка, мы сейчас не можем. Я вам говорила, что мы будем направлять инспекцию в отделение банков для перепроверки всех планшетов и компьютеров сотрудников, которые там работают. Но я здесь-то ни разу еще, в Кунгуре я ни разу не была еще в банке. Я даже... вот я знаю, что банк напротив дома. Есть там, да, вот я хожу в Пятерочку, и там рядом банк, Сбербанк есть. Ну вот, мы будем направлять инспекцию во все отделения банка в городе Акуловка, в городе Санкт-Петербург, который вы, возможно, когда-то посещали. Ну, естественно, я же к дочке приезжаю, я всегда там хожу в банк там и расплачиваюсь там. А в банк-то я не хожу, конечно, в Петербурге, а вот это хожу, расплачиваюсь картой. Ну вот, я вам про это и говорю. Вернее, ходила, но карту-то я сейчас аннулировала, а вот сейчас на работу буду оформляться и буду новую карту оформлять. А что, мне вот новая карта на этот же счет опять оформляться? Нет, ваши карты будут неизменны, то есть у вас все номера карт остаются прежними, вы ничего так не меняете. Так нет, я же аннулировала ту карту, я же вам говорю. Я сейчас вот на работу устраиваюсь, мне надо будет новую карту оформлять. У меня сейчас нет карты. Вам нужно будет создать новую карту, когда вы устроитесь на работу, вам создаст ее ваш работодатель. То есть вам либо же эту карту привезут на работу запечатанную, либо же вам нужно будет... Ну, сейчас вся зарплата идет на карту, естественно, она будет карту. Ну, я вам про это и говорю, что... Так я и спрашиваю, она на какой номер-то пойдет? Опять на старый, что ли? Нет, естественно, на новый. Мы же с вами сегодня обновим ваши данные, и все пойдет на новый. Вы же сегодня не собираетесь получать карту? Вы еще мне надо заказать, надо. Вот я сейчас пойду как раз и карту закажу.
Хорошо, значит, давайте, Фаина Дмитриевна, сейчас разберемся. В принципе, касательно того, что такое единый лицевой счет, я думаю, вам было понятно. Сейчас по вашему старому счету, по вашему вкладу конкретно, все ваши сбережения будут автоматически перенесены на новый лицевой счет. Чтобы у сотрудников не возникло никаких подозрений, на ваш старый счет будет зачислена фискальная сумма средств. Это что такое? Вот сейчас вам объясню. Если вы раньше обращали внимание, всегда на каждой купюре нанесены свои серии, номер, цифры и буквы. Они для каждой купюры уникальны. Информация по каждой из них всегда перенаправляется в центральный банк, а в дальнейшем в правоохранительные органы, что иногда помогает выявить, где может находиться мошенник территориально. В вашем же случае, благодаря фискальной сумме, можно будет провести активацию счета. Когда вы вкладывали деньги в банк, я думаю, вы обращали внимание на то, что перед тем, как выдать вам договор об открытии счета, менеджер взял у вас деньги и положил их в счетную машинку. Ну да, они всегда там пересчитывают, она и проверяет, фальшивые или нет. Правильно. У меня все денежки были нормальные. Это правильно, это все сделано для того, чтобы в первую очередь проверить купюры, фальшивые они, либо же нет. И во вторую очередь это сделано для того, чтобы вся информация по каждой из купюр была перенаправлена к нам в банк. И мы понимали, что вот такие купюры с такой серией, с такими номерами, с такими цифрами сейчас будут внесены в банковскую структуру. Также а они что, сразу эти номера переписывают, что ли, эта машинка? Эта машинка автоматически, да, всю информацию направляет. Ничего себе, первый раз слышу такое. Плюс, когда вы снимаете деньги, их также пропускают через специальную счетную машинку, через такую же. И вся информация направляется к нам в банк, и мы также понимаем, что купюры с таким номиналом, с такими сериями, с такими цифрами, с такими буквами будут сейчас включены в оборот на территории Российской Федерации. То есть сейчас они будут фигурировать. Вы будете ими, к примеру, производить какую-нибудь оплату в магазине и запустите их в оборот. Вот фискальные деньги, они не являются платежным средством, так как они полностью выведены из торгового оборота на территории Российской Федерации. Они что, считаются они фальшивыми, что ли? А зачем мне фальшивые деньги-то? Так, послушайте, пожалуйста, не перебивайте меня. Я вам предложение еще даже договорить не успеваю, вы меня перебиваете. Так а что, зачем мне фальшивые деньги-то? Послушайте пока. Фискальные деньги не являются платежным средством. Это деньги, которые раньше были включены в оборот. На сегодняшний день они выведены из торгового оборота. Они предназначены только для перемещения между банками. Они не утилизированы, они хранятся в банке и могут выдаваться только в том случае, если вы сталкиваетесь с мошенническими действиями. Вот для того, в данном случае, они будут выделены вам для обновления вашего счета. Привожу так а что, в банк, подождите, в банк сейчас приду, и они знают, что это деньги вот фискальные, и мне специально там уже приготовлены эти деньги? Нет, вам выдадут специализированный чек, по которому мы сможем зафиксировать все серии номера купюр, которые вам будут выданы. А они настоящие? Я так понимаю, они настоящие? Просто они эти номера будут как фальшивые, да? Да. Ничего да, не поняла. Да. Это деньги, которые для вас никакой ценности нести не будут. То есть расплатиться ими в магазине или отнести их домой нельзя будет, так как это уголовно наказуемо. Они вот предназначены только для перемещения между банками. А если я в другой банк пойду сниму? Разницы никакой нет. Вам сейчас на ваш счет зачислена фискальная сумма. А, это уже просто в любой банк, если я пойду, и там уже все автоматом уже они считают, да? Там. Как все запущено. Я вот вам сейчас приведу пример. Ваши деньги, которые настоящие, которые действительные, которые вы вкладывали в банк, они помещены, грубо говоря, в сейф. Они перемещены, положены в сейф. Чтобы этот сейф открыть, и вы могли получить к ним доступ, вам нужно этот сейф открыть. Вам нужен либо же ключ, либо же код. Вот фискальные деньги, которые вам будут выданы в банке, это и есть ваш ключ и доступ к
сейфу. Так я пойду в другой банк и сниму настоящие деньги, хорошие. У вас не получится. Вам на ваш счет была зачислена сумма. Счет ваш везде одинаковый. Mm-hmm. Нет конкретного отделения банка. А что, во всех банках лежат эти деньги, что ли? Ничего не поняла. Конечно. Каждая счетная машинка в отделении банка считывает всю информацию по купюрам и направляет ее к нам в банк. А, я думала, отдельно миллион лежит где-то мой. Нет. Поэтому, для того, чтобы я смогла зафиксировать обслуживание в отделении банка, вам под моим руководством будет выделена фискальная сумма из резерва нашего банка, чтобы после обновления счета вы смогли пользоваться вашими деньгами без ограничений. Процедура эта достаточно легкая. Она разделяется на три этапа. По первому этапу вы приходите в отделение банка и получаете фискальную сумму. Дальше по второму этапу мы с вами производим процедуру обновления вашего счета. Обновления, как правило, производятся с помощью банкомата, или страхового банка-партнера, или того банка, где у вас хранилась сумма средств. И этап третий, он будет немаловажный для вас. Это будет получение документов. То есть сначала вы сможете получить документ электронный от меня, я вам его на WhatsApp направлю, вы с ним ознакомитесь. Потом вы сможете получить документ физический уже в отделении банка. Вот и все. А если я другой счет открою на себя? Разницы нет никакой, в смысле на себя. Этот же счет у вас и так открыт на ваше имя. Ну, я его закрою, а открою другой. Разницы никакой нет. Вы слышите, что такое единый лицевой счет? Я вам объясняю. Так он закроется, если я деньги все сниму, счет, так я его... Можно закрыть. Ну, его как можно невозможно? Закрыть только его... Вы можете сейчас просто вот представить себе в голове определенную комбинацию цифр, которая заключается за вами, когда вы становитесь клиентом банка. Если вы сейчас закроете этот счет, откроете себе новый счет, он все равно будет подкреплен к вашим данным. И с него точно так же можно снять ваши деньги. Поэтому нам нужно только обновить счет. Его не нужно закрывать, не нужно создавать новый. Вам нужно обновить главное. Так вот, и обновим сразу, я переоформлю на другой счет, и все, и как раз он и обновится автоматом. У вас не получится это сделать, вам нельзя сейчас это делать. Я с вами что, просто так общаюсь? А почему нельзя? Потому что от этого ничего не поменяется. Мы с вами сделаем бесполезную работу. И у вас послезавтра человек снова придет, грубо говоря, в банк и опять попытается снять ваши деньги. Нет. Сейчас есть инструкция, которую вам предоставляю я. Есть регламент банка, который вам объясняю я. Поэтому вы должны делать так, как сейчас говорю вам я. Потому что в этой ситуации сейчас компетентна я, а не вы. Ничего я не с такой ситуацией сталкиваюсь. Как это так можно? Если я сниму деньги, значит счет закроется. Открою новый этот счет, и там будет другой счет. Нет. Я так понимаю. Он будет подкреплен к вашему лицевому счету. Единый лицевой счет – это комбинация цифр, которая... Так вы вот подождите. Вот вы же в банке там сидите, как раз вот вы увидите, что я денежки сняла, вы тот счет и закроете, а я новый открою, и вы новый откроете. Вы меня совсем не понимаете. Ну почему? Так это очень проще простого. Нет. Единый лицевой счет – это комбинация цифр, которая заключается... Вы его и закроете. Его невозможно закрыть, пока вы не расторгнете все договоры со всеми банками, где вы раньше являлись клиентом, где у вас были кредиты, где вы пользовались ими. До того момента, пока... Да у меня не было никогда никаких кредитов. Зачем мне кредиты? У меня и первый муж хорошо зарабатывал, и этот хорошо зарабатывает. Прекрасно. Что-то я... Для чего я замуж выхожу, чтобы кредиты брать, что ли? Я вам сейчас привожу пример. Не цепляйтесь, пожалуйста, к моим словам. В данной ситуации нужно поступить так, как говорю вам сейчас я, чтобы не допустить никакой ошибки. Если вы будете заниматься самодеятельностью, либо же будете делать так, как хотите вы, я вам даю гарантию того, что вы в дальнейшем останетесь без денег. Ой, вообще больше с банком связываться не буду, да и все.
сниму деньги, больше с банком связываться не буду. Да не получится у вас их снять, вы не сможете получить ваши деньги. У вас сейчас стоит ограничение, на ваш счет зачислена фискальная сумма, которую... Ну так, а как я не смогу, если вы говорите, идите снимайте, а я не могу снять, ничего не поняла. Вы будете снимать и получать фискальную сумму, которую вы потом будете вносить на ваш обновленный счет, чтобы... Я положу на другой счет и потом сниму с нового счета уже нормальные деньги. Положить на другой счет и снять потом. Мы с вами обновляем этот счет с помощью тех купюр, которые вы получите. Они вам автоматически будут зачислены на ваши обновленные реквизиты. И с помощью этих обновленных реквизитов вы сможете получить ваши деньги, вы сможете их снять. Только счет вы сами не создаете, вам создает его банк. И вы будете вносить эти деньги на тот счет, который вам будет предоставлен. Который то я есть, вам буду подождите, рисовать. Подождите, я сейчас сниму вот эти деньги, миллион. Это деньги не мои. А мои деньги так и останутся на моем счете, что ли? Это получается, у меня сейчас там 2 миллиона лежит, что ли? Так я сейчас пойду 2 миллиона сниму. Если у вас сейчас 2 миллиона... Ваш 1 миллион сейчас, эти деньги ваши перенесены на новый счет, доступ к которому не имеете ни вы, ни мошенники, ни сотрудники банка. Вы не можете пользоваться этими деньгами сейчас. Поэтому пусть лежат тогда. Вам... А пусть мошенник тогда эти фальшивые снимает. Вы что, издеваетесь надо мной? Я не могу понять, зачем вы... Я не могу понять... А я не могу ничего понять. Ну, вы говорите, мои деньги в сохранности. Ну, пусть они там и лежат. А если эти деньги не настоящие, вот пусть он и снимает их, и вы его сразу и поймаете. Мы не можем блокировать счет до того момента, пока у вас снова не поступит попытка списания денег. Невозможно. Мы вот сейчас на некоторое время... Так и ждите, когда он будет там это пытаться снимать, и сразу ловите его. Вы издеваетесь надо мной? Я не могу вообще вас понять. Ну, а я что? Вы можете меня, пожалуйста, выслушать? Я пытаюсь вам объяснить, вы меня не понимаете. Не понимаю. Я вам объясняю, что сейчас, простым примером, ваши деньги находятся на новом счету, доступ к которому вы не имеете. Вам нужно получить к нему доступ в любом случае. Нет, вам нужно получить к нему доступ, иначе они просто уйдут. Так я пойду заявление напишу. Они будут сейчас присвоены банку. Если вы к ним доступ не получите, они будут... Так я заявление напишу, пойду. А как они будут присвоены, если у меня деньги застрахованы? Они обязаны будут мне вернуть их? У меня же застрахованы они. Ваша страховка, я вам объясняла вчера по поводу страховки. Ваша страховка не распространяется на тот случай, который у вас произошел. У вас как это? Там от всего застраховано, там от всего застраховано. У вас нет страховой случай сейчас. Я вам об этом вчера объясняла полчаса. Случай у вас не страховой, вам банк ничего не возместит. Банку невыгодно сейчас возмещать вам 1 миллион рублей. Вы представляете, а зачем они тогда берут мои деньги и страхуют, если им невыгодно? Ничего не поняла. Потому что сотрудник банка, который вам оформляет эту страховку, себе 1500, которые вы платите, кладет в карман. И таких людей приходят в отделение банка десятки за день. У меня бумажка есть. Почему? У меня бумажка есть. Вот надо вот этому бывшему мужу позвонить, пусть он мне ее пришлет. Я представитель Центрального банка, это государственное учреждение, орган вышестоящий. Сбербанк – это коммерческая организация. Я сейчас предоставляю вам всю инструкцию, которую нужно будет сделать. Если я вам сейчас говорю, что страховка недействительна, значит, она недействительна. Ничего, как это недействительно, если я деньги заплатила и у меня бумажка есть? Так вот именно, что вы заплатили деньги, которые сотрудник банка взял и положил их к себе в карман. Так у меня бумажка есть, что у меня есть страховка. Как это она могла положить? Эту бумажку? Как это выкинуть? Вы возьмите ее и выкиньте. Вот мужу сейчас позвоню бывшему, и у него там это все с печатями, все нормально, все Паша, это... бумажка никакой... Вы меня не слышите совсем, я не понимаю, или что, или вам, или вы просто не хотите понимать. Так вы нет, это вы меня не понимаете, как она может быть недействительна, если мне дали ее в банке, распечатали... Со всеми подписями случай, и со всеми печатями. Если бы у вас хотели украсть деньги онлайн,
эта бы страховка была действительно. Но вам бы возместили не полную сумму 1 миллион, вам бы возместили 1/10 часть, если бы вам... Нет, там на полную сумму застраховано. А я вам говорю, как работает коммерческий банк. Я лучше знаю, как работает банк, как работает банковская система. Поэтому я вас попрошу сейчас прислушиваться. Все, деньги сниму, больше никуда ложить не буду. Все, класть не буду никуда. Пусть дома лежат. Вам нужно сейчас обновить счет. После обновления счета вы можете снимать ваши деньги и хранить их дома под подушкой. Можете держать их дальше в банке под выгодным процентом. Там вы уже будете решать все, как вы хотите, и делать самостоятельно. Я вам ничего объяснять не буду. Но в данный момент в мою задачу входит с вами выполнить процедуру обновления счета, чтобы у вас не списали ваши деньги. Поэтому я попрошу сейчас выполнить эту процедуру, получить нужный договор, получить документ о том, что вы ее прошли, и дальше будете распоряжаться деньгами так, как вы хотите. Так а мне что, сейчас банк идти, что ли? Да. Ничего себе. Насколько я понимаю, вы проживаете на улице Гоголя, потому что отделение банка на улице Гоголя 13 находится. Ну да, напротив. Ну вот. Значит, сейчас я вам рассказываю, там около пятерочки, что вам нужно делать. Да, 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 около пятерочки. Значит, сейчас я вам объясняю, что вам необходимо будет делать. Вы мне сейчас задаете вопросы. Все, что я вам сейчас буду говорить, вы должны запомнить, потому что именно так вы должны будете общаться с сотрудниками банка. Не по-другому и не иначе. Угу. Значит, вы сейчас приходите в банк, берете талон в кассу, талон на снятие наличных, выдача наличных или снятие наличных. Угу. Вы подходите к менеджеру и говорите: здравствуйте, я хочу закрыть свой вклад на 1 миллион рублей. Так она скажет, если... не успела открыть, уже закрываете. Сразу вот заподозрить неладное. Если это нормальный сотрудник банка, его вообще не интересует, что вы делаете, что вы не делаете с вашими счетами и так далее. Поэтому вам просто могут выдать деньги или сказать, у нас сейчас такой суммы нет, давайте мы вам дадим сумму меньше и все. Но... так как сейчас мы подозреваем, что могут быть мошенники в любом отделении банка, вам могут задавать вопросы, могут оказывать на вас эмоциональное давление. Вам зададут сразу вопрос, который вас должен будет насторожить. А для чего вам нужны эти деньги? Зачем вы закрываете свой вклад, если вот вы его недавно открывали? Теперь давайте, вот предположим, у вас на руках сейчас 1 миллион рублей. Что вы хотели сделать с этим миллионом, с вашим супругом? Ничего, просто пусть лежат. Мы собирались летом поехать в Крым. Куда поехать? В Крым? Да. Но в Крым потратить 1 миллион рублей, я думаю, что вы бы не потратили. Так мы сейчас пока и никуда не собираемся. Так вам и не нужно сейчас никуда собираться. Вам нужно что-нибудь просто придумать для того, чтобы ответить сотруднику банка в отделении, когда вам зададут этот вопрос. А что придумать? Вот я даже не знаю, что нам ничего не надо. Ну, автомобиль, покупка автомобиля. Давайте есть автомобиль у нас. Зачем новый автомобиль у него есть? Зачем он только купил? Куда что нам значит, два-то? Вам автомобиль? Да какая разница? Вы просто что-нибудь должны сказать в отделении банка. Покупка дома, покупка дачного участка, что-нибудь. Да все есть у нас. Прекрасно, я не спрашиваю, что у вас есть, чего у вас нет. Я говорю, что вам нужно будет отвечать на вопрос сотруднику банка в отделении. Вам а что, я врать буду? Вопрос, вам нужно на него ответить. Да, вам нужно будет соврать, чтобы посмотреть на реакцию менеджера. А разве можно врать? Я не умею врать. Карина Дмитриевна, я не понимаю вообще вас абсолютно. Не ведите так, а себя, пожалуйста, сейчас как ребенок. Подумайте о том, что какие могут быть последствия. Если я вам сейчас говорю, нужно придумать, значит, этот вопрос вам будут задавать. Если вам будут задавать этот вопрос, вы уже должны понять, что, скорее всего, вы будете общаться с мошенником в отделении. Поэтому на вопрос, для чего вам нужны эти деньги, вы должны что-нибудь придумать. Хочу дом давайте положить, да и все. Какая разница, кому? Что значит, зачем нужны деньги? Нет, нужны и все. Ну и что? Я хочу их дома положить. На всякий пожарный. Пусть дома лежат. Хорошо. Какое ему дело? Зачем мне деньги?
Больше какие-то... дела никакого сотруднику банка быть не должно. Но этот вопрос вам могут задавать. Прекрасно. Все, если вам задают вопрос, для чего вам нужны эти деньги, зачем вы хотите забрать, потому что это крупная сумма... Это мое дело. Это мое дело. Это мое дело, я их оставлю дома. Все правильно. Дальше. Если вам сотрудник банка скажет, что а почему вы положили, вот открыли вклад недавно, то есть неделю там назад, и сейчас вы хотите его забрать. Вы так и говорите, как вы говорили мне вчера, что... Ну, чтобы наличку в кармане не вести, конечно. Да, 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 чтобы не держать наличные в кармане. Все. Дальше менеджер вас, вам будет задавать вопрос, звонили ли вам представители правоохранительных органов или служба безопасности банка. Вы на этот вопрос должны ответить, нет, мне никто не звонил, я ни с кем не связывался. Вот. Ну, поняла, дальше, да. А, мне никто... а кто мне звонил? А, ну вы звонили, да, и все, больше никто. Да. Исследователь вам вчера звонил. А, ну да, лейтенант. Ну вот. Вы не говорите о том, что с вами кто-то связывался, вы говорите, нет, мне никто не звонил. А почему? Дальше вас направят. Потому а почему? Что сотрудники банка, мы будем направлять инспекцию в эти отделения банка. Если сотрудники узнают, что сейчас этим делом занимается полиция, какая вероятность того, что когда туда приедет инспекция, все сотрудники будут находиться на рабочем месте? Практически нулевая. Поэтому нам этого допускать. А куда они денутся? Ну их дома поймают, если что. Адреса-то есть же, они же подписывали договор. Взять инспекцию в отделение банка. За каждым менеджером закреплена своя система, которую нужно будет просмотреть. Так а что Кунгур-то проверять? Я там никогда и не была у них в банке. Они меня знать не знают. В любом отделении банка могут быть мошенники. Вот вы сегодня туда пойдете на Гоголя 13, мы с вами и будем туда потом направлять инспекцию. А что их-то проверять? Они, наверное, не виноваты. Это в околовке виноваты. Так, Фаина Дмитриевна, вот вы сейчас должны будете сказать в отделении банка так, как говорю вам я, без каких-либо лишних вопросов. Если вам задают вопрос, звонили вам или нет, вы говорите нет, мне никто не звонил. Дальше есть два варианта. Вас или направят в соседнее окно для получения полной суммы, либо же, скорее всего, полная сумма в отделении банка не будет. И вам могут сказать, что у нас есть в банке, например, там 200 тысяч рублей, остальные деньги мы вам можем заказать на завтра. Если вам говорят, что полной суммы в банке нет, вы тогда говорите, хорошо, выдайте мне то, что есть сейчас в отделении, остальное закажите на завтра. То есть вы делаете заказ денег, и часть, если вдруг какая-то часть денег есть в банке, вы их получаете, выходите из банка с деньгами при любом раскладе. Вам выдадут либо же полностью 1 миллион, либо же выдадут какую-то часть от него, например, там 1200-300, остальные деньги вы закажете на завтра. Все. Дальше вы выходите из банка, и сразу же вы должны будете мне позвонить на номер, по которому вы со мной связывались. Эти деньги со своими личными деньгами вам нельзя будет перепутать, спутать нельзя. Вам нужно будет эти деньги положить отдельно. То есть если у вас есть какая-то ваша сумма энная денег в кармане там или в сумочке, пускай они там лежат. А те деньги, которые вы получите в отделении, вы должны положить в другой карман. Это карман сумки, карман верхней одежды, сумка, пакет, не знаю, что-нибудь. Так это две пачки? Просто главное их не перепутать. Это две пачки по 5 тысяч? Я не знаю, сколько вам выдадут денег. Поэтому я вам просто говорю, что, пожалуйста, эти деньги со своими личными деньгами не спутайте, не перепутайте. Это очень важно. Все. Вы выходите из банка и сразу же мне звоните, и мы с вами приступаем к обновлению вашего счета. Значит так, что вам нужно взять с собой в отделение? Вам нужно взять с собой только паспорт. Ну да, у меня больше ничего и нету. Ну вот, паспорт, листок и ручка на всякий случай. У вас телефон сейчас полностью заряжен, подскажите? Ну, сейчас посмотрю. Ой, 25%. С утра бегали сюда, туда-сюда звонила, дочка звонила там, туда-сюда. Сколько вам нужно сейчас времени, чтобы вы собрались, то есть оделись? Ну, пообедать еще надо, а то я с утра ничего не... маковой росинки во рту не было. Ну, давайте полчаса хотя бы. Я перекушу быстренько, быстренько перекушу и это... Телефон, Паша,
Да, ага. Телефон на зарядку. Да, я да, да. Сейчас не отключаюсь, то есть я все это время остаюсь с вами на линии. Связь я сейчас с вами не прерываю. Угу. Вы просто откладываете телефон, ставите его на зарядку. Когда угу. вы пообедаете, соберетесь, когда с зарядки будете снимать телефон, перед выходом положите ее к себе в сумку на всякий случай. Вы а будете... что так, вы не будете, а вдруг мне кто позвонит? Вы услышите, если вам кто-то позвонит. Сейчас я с вами на линии буду. Поэтому, пожалуйста, как только вы выйдете из дому, возьмите с собой паспорт, возьмите с собой зарядку. Как только вы выйдете из дому, возьмите телефон, поднесите его к уху и скажите: «Анна Викторовна, я уже вышла». Я буду понимать, что вы уже идете к банку, мы с вами еще раз все обговорим, и потом вы зайдете в отделение. Хорошо? Ну хорошо, ну дайте мне полчаса, давайте отключимся, я хоть поем, я... помоюсь, это что ж вы будете тут все на линии висеть? Да. Ну ладно, давайте тогда. Просто так отложите еще. Телефон и все, и занимайтесь своими делами. Ага, хорошо. Самое главное, поставьте его сейчас на зарядку, пожалуйста. Угу, хорошо, ставлю. Ой, где тут зарядка-то? Зарядочка. Ой, господи. Что, зарядила? Алло? Прекрасно. Пускай стоит... Да-да-да, пускай стоит на зарядке, а ага. вы собираетесь завтра, там обедаете и так далее. Что вы... Ну да, конечно. Хорошо. Алло? Алло? Да, Фаина Дмитриевна. Да-да, вы уже выходите? Ну и вот, пообедала, да, сейчас собираюсь, одеваюсь. Хорошо. Сколько у вас процентов сейчас на телефоне показано? Ну, 45 уже. 45%. Хорошо. Возьмите с собой, пожалуйста, перед тем, как будете выходить, не забудьте, покладите себе в сумку на всякий случай зарядное устройство, чтобы оно у вас было. Положи, да? У вас... Хорошо. Да-да-да, на всякий случай. Что, тогда, когда только выйдете из дому... Возьмите телефон, скажите, я уже выхожу. Пока вы будете идти в банк, мы с вами все еще раз обговорим, и после этого вы зайдете в отделение, хорошо? Так сейчас телефон отключится, уже около часа мы на линии. Вы сейчас говорите, а я пойду... Страшного. Так вы скажите, что надо, я буду одеваться и... Нет, мы с вами еще раз все проговорим, когда вы будете идти. Поэтому если связь прервется, ничего страшного, я вам... Так вы говорите сейчас, я слушаю. Ну так вы все запомнили, просто мы с вами проговорим еще раз, когда вы будете идти в отделение банка. Перед отделением я должна буду зафиксировать время, когда вы будете туда заходить. А, так я вам WhatsApp напишу, и вы перезвоните. Нет. Что я буду с телефоном-то? Вы сейчас, пожалуйста, соберитесь, оденьтесь. У вас банк находится через дорогу, поэтому вы сейчас оденьтесь. Выйдите из дому, скажите мне, я выхожу. За три минуты, пока вы будете переходить дорогу, я вам еще раз все объясню. Вы зайдете в банк. Я время... Ну что, я буду переходить дорогу и разговаривать по телефону, что ли? Да. Ничего себе, а кто ж так дорогу-то переходит, а вдруг меня машина собьет? Что, дорогу в неположенном месте будете переходить? Вы же будете на пешеходном... В положенном, но что, на улице с телефоном идти? Ну так на улице с телефоном, да, телефон возле уха, просто подержите, это 2 минуты, вам 2 минуты идти от дома до банка, вот за 2 минуты мы с вами все проговорим. Угу, ладно, сейчас одеваюсь тогда. Я жду вас. Угу, чай допью. Так, где мои штанишки? Так, паспорт. Так, листочек, ручка. Сапожки. Ну что, я оделась? Алло? Оделись, выходите из дому.
Ну, сейчас уберу этот самый телефон, сумку-то. Что ж, я с телефона пойду, что ли? И зарядку в сумку. Все, положила, все. Все, телефон возле уха. Сейчас выходите из дома, говорите, все, я вышла. И мы сейчас с вами еще раз все обговорим. Замок скрыт. Ну что, я на улице. Алло. Вы на улице, хорошо. Я вас слышу. Значит, сейчас давайте еще раз. Вот пока вы идете в банк, мы с вами все обговариваем. Вы сейчас заходите в банк, берете талон в кассу на снятие наличных, выдачу наличных или снятие наличных. Подходите к кассиру, говорите: девушка, здравствуйте, я хочу закрыть свой вклад, я хочу снять все деньги с него, то есть 1 миллион рублей ровно. Вам менеджер сразу задаст вопрос: для чего вам нужны эти деньги? Вы отвечаете так, как вы говорили мне, что вам нужны дома. Ну, мои деньги, что хочу, то и делаю. Буду еще отвечать. Дальше вам менеджер задаст вопрос. Хорошо, так а зачем вы их тогда неделю назад положили на счет? Вы объясняете так, как вы говорили мне, что вы их не хотите просто держать в кармане, что в дороге они вам не нужны, поэтому вы их решили положить в банк на недлительное время. Вот и все. А кому какое дело? Вам... Зачем мне деньги? Я что-то не поняла. Кому какое дело? Это мои деньги, что хочу и делаю. Будут мошенники, вам будут задавать эти вопросы. Они вас должны будут насторожить. Если это будет нормальный менеджер в банке, вам таких вопросов даже никто и близко не задаст. Поэтому. Дальше. Вам зададут вопросы. Звонили ли вам из правоохранительных органов или из службы безопасности банка, может быть, центральный банк? Вы должны ответить на этот вопрос: нет, мне никто не звонит. Ну, поняла, да. Либо же в соседнее кассовое окно, либо же в этом кассовом окне вам скажут, что, например, мы вам сейчас вот выдаем сумму, вам ее выдают полностью. Либо же вам скажут: таких денег у нас сейчас нет, их нужно только заказать на завтра. Вы тогда говорите: хорошо, какая сумма есть в отделении банка, выдайте мне то, что есть сейчас в отделении. То есть это там 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Сколько будет в отделении банка, столько вы мне и выдаете. А остальное закажите на завтра, когда? Я приду заберу. Так, а счет, закажите на завтра. Так, и что, а счет-то как? Если я 500 получу, а 500 пропадут? Нет, не пропадут. Вы же сделаете заказ этих денег на завтра. И мы с вами сегодня половину обновим, половину завтра. Ничего страшного в этом нет. Просто если какая-то часть денег в банке есть, вам ее просто нужно получить. Эти деньги со своими личными деньгами не смешать, положить их отдельно. Ваши деньги отдельно, эти деньги отдельно. Вы выходите из банка и сразу же мне звоните. Если какие-то вопросы будут, я с вами нахожусь постоянно на линии. Я с вами нахожусь... А что, я в банке буду с телефоном, что ли? Нет, сразу заподозрят. Нет, не на телефоне. Я на WhatsApp, если что, у вас буду. Поэтому, если у вас какие-то вопросы будут, вы сможете мне в WhatsApp писать. У вас получается, поэтому... Если вдруг что, вы сможете мне задавать вопросы. Но я уже у банка. Все, тогда я фиксирую время захода, когда вы заходите в отделение, жду вашего звонка или сообщения. Вам желаю удачи, до связи. Да? Алло, да, Фаина Дмитриевна, это Анна Викторовна. Вы уже вышли из отделения? Ну, на улице вот стою, около банка. Около банка. Хорошо. А что у вас было в отделении банка? Как вас обслуживали? Как все прошло? Какие вопросы задавали? Были ли вообще какие-то вопросы или нет? Да никто ничего не задавал. Все нормально. Взяла талон, подошла к операционисту, выписала она мне расходный ордер. Я пошла, да и получила. Что, вам совершенно ни одного вопроса даже не задали? Интересно. Ну, зачем? Какие вопросы? Хорошо. Вы получили чек, кассовый ордер? Ну да.
Могли бы вы, пожалуйста, прочитать 4 последние цифры? Вернее, сейчас вам скажу, какие цифры, потому что за ними также мы поймем, что вам выдали именно фискальную сумму средств, ну и плюс к тому же вся информация будет направлена к нам касательно вот именно этих финансов. У вас сейчас, берите вот этот чек, бумажечку, у вас внизу будет такая фраза, она так и будет написана: расходный кассовый ордер, двоеточие, и, например, 4 цифры, 12-15. 18.05. Так, хорошо. 18.05. Скажите, пожалуйста, какую сумму по чеку вы получили по этому кассовому ордеру? Ну, 1 000 000, что там, никаких процентов не было. Вам выдали ровно 1 000 000, правильно? Ну да, я только положила 2 недели назад. Там никаких процентов еще нет. Нет, по поводу процентов понятно, просто я думала, что полная сумма в банке не будет. Хорошо. Вы эти деньги положили отдельно, со своими личными вы их не смешали? Ну, естественно, 2 пачки, что я буду? Как я буду со своими смешивать? Прекрасно. Кошелек не войдет. Нет, ну, понятно, я просто уточняю, потому что, может быть, со своими личными где-то. Вам выдали, я так понимаю, запечатанные, да, 2 пачки? Ну, да. То есть печатью, какие в банке? Хорошо. Так, значит, сейчас мы с вами будем в таком случае приступать ко второму этапу, это будет обновление счета. Каким образом будет производиться, сейчас вам объясню. Есть где-то рядом с отделением банка, возможно, скамеечка, чтобы вы могли присесть? Ну, сейчас найду что-нибудь. А можно я в кафе зайду? В кафе не очень удобно, конечно, разговаривать. Может быть, скамеечка где-то есть? Да ну, на улице холодно. Или вы хотели просто кофе взять? Да, кофе попей. Так, хорошо, тогда заходите в кафе. Сейчас только трубку не бросайте. Мы с вами сейчас на линии. Я информацию направлю в технический отдел и вас проинформирую. Хорошо, пока зайдите, возьмите как раз кофе. Ага. Хорошо? А что, не будем отключаться? Нет, нет, не отключаемся, потому что мне информацию могут предоставить в любой момент, и я же должна буду вас проинформировать. Поэтому заходите пока в кафе, берите себе кофе, я сообщу вам как только, так сразу, хорошо? Ну, я хоть это самое, давайте телефон отключу, что ж мы будем с трубкой-то сидеть? Нет, что-то... сейчас, пожалуйста, просто будьте на линии, я вам, если что, буду еще параллельно писать сообщение. Но вы пока, в любом случае, 2 минуты или 3 я вас беспокоить не буду. Сейчас просто отложите телефон, там купите себе кофе, присядьте за столик, и когда будете вот уже за столиком, телефон просто держите недалеко от уха, чтобы если я вам что-то сказала, вы могли меня услышать, хорошо? Ну, я в карман уберу его. Хорошо, тогда в кармане, только не отключайтесь. Угу. Все. Ходите пока в кафе, я сейчас информацию уточню. Угу. Алло, да, слышу. Да, Полина Дмитриевна, вы уже как, присели за столик или? Ну да, сижу сейчас. Да, сейчас из сумки достану ручку. Где там была у меня ручка? Доставайте бумажка. Бумаги, ручку. Угу. Так, взяла. Так, значит, смотрите, сейчас первое, я вам задам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, у вас телефон, вот который у вас в данный момент, он поддерживает у вас такую функцию, как NFC, то есть это бесконтактная оплата? Ой, я даже не знаю, что такое, не-а. А вы знаете, какая у вас модель вашего телефона? Xiaomi, Samsung, iPhone, возможно, знаете? Понятия не имею. Я в этом не разбираюсь. А, смотрите, могли бы вы сейчас зайти в настройки? Знаете, где у вас настройки на телефоне вообще находятся? Ну, знаю. Вот. Вам нужно сейчас зайти в настройки. У вас вверху будет написано о телефоне или об этом устройстве. Вам нужно нажать. Телефоне. Redmi 6A. Это что ли? Модель устройства Redmi 6A, оно не, но оно. Redmi 6A? Угу. Модель устройства написано. Да-да, это у вас Xiaomi.
Так, сейчас просмотрю. Если у вас телефон поддерживает бесконтактную оплату, это прекрасно. Мы с вами тогда в таком... Так у меня какая бесконтактная? У меня нет личного кабинета-то. Я понимаю, нет, здесь личный кабинет не нужен. Просто таким образом вы сможете... телефон у вас не поддерживает бесконтактную оплату. У вас именно Xiaomi Redmi 6A. А год не написан какой? Там 2000 какой-то, нет? Версия, последнее обновление, 20-й год. Так, 2020 год. Так, хорошо. Так тут всего 16 гигабайт написано, а он, наверное, и не поддержит, поэтому... Так, нет, нет, тут гигабайты никак на это не влияют, я поняла, то есть... Так... Получается, да, технологии NFC, к сожалению, у вас не имеется. Скажите, а дома дополнительного телефона у вас нет сенсорного? Никакого? Нет, только кнопочный. Есть... У мужа есть, у него хороший телефон. Такой большой, современный. Ну, у вас тоже, я хочу сказать, что телефон современный, у вас же не кнопочный, поэтому... Ну, 20-й год. Вот. Так, хорошо. Так может через тогда... телефон мужа сделать тогда? Но у вас телефон супруга же, у вашего супруга, а не дома? Или дома? Ну, так он вечером придет домой. Так, нет, нет, это же он придет вечером, а нам нужно выполнить внесение сейчас, потому что вы же получили сумму, соответственно, нужно выполнить обновление. Просто я сейчас смотрю подходящие варианты. Вот, поскольку NFC технологии не имеется, сейчас... А что это такое, я вообще не знаю, вот такие слова это, говорите. Знаете, когда вы в магазин приходите, например, не карточкой к терминалу прикладываете, а телефоном. А что, так можно разве? Да, да. А, да, у меня муж так платит, да, муж так платит. Ну, вот, вспомнила. У вас много, значит, просто телефон немного новее, чем у вас. Ну да, у него хороший. Он мне старый свой отдал. Еще буквально минутку, подождите, я сейчас еще раз информацию уточню и вам сообщу, хорошо? Угу, пожалуйста, хорошо. Буквально минутку, только не отключайтесь. Ага. Алло, 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 да, слушаю. Да, вы меня слышите? Ага. Вы в кафе еще? Ну да, тут сижу, ваш звонок, каждого, что на улице да. Торчать? Нет, нет, я просто уточнила. Отлично. Значит, смотрите, сейчас какая ситуация? У вас телефон не поддерживает доступ к бесконтактной оплате. А нам нужно будет с вами выполнить внесение. Соответственно, прием купюрбачками банкомат принимает только в том случае, когда имеется полный ключ. То есть вот в данном случае это NFC. Вам сейчас со стороны Банка России, то есть с нашей стороны, будет выделена сумма, определенная из той, которую вы получили в отделении. Так и давайте я опять в банк пойду, да и положу куда надо. Дайте мне расчетный счет, куда положить, и все. Нет, и никаких проблем. Мы с вами будем класть на счет. Просто в данный момент сейчас нам нужно будет с вами приобрести мобильный телефон. Это будет ключ, доступ к вашему счету. Там будет личный кабинет, пароль, доступ к которому будет... Я что, пойду сейчас телефон покупать, что ли? Не, я не пойду, я в них не разбираюсь. Вы что, мне подсунь какой-нибудь пустой? Не, у меня муж сказал потом купить новый, я сама не пойду. Не, он ругаться будет, не. Вы что? Нет, ну этот телефон вы сможете сдать, например, завтра, если он вам будет не нужен. А кто мне его примет? Это на время. Это надо с мужем посоветоваться. Я такие эти самые покупки одна не делаю. Нет, нет, послушайте, это сейчас вынужденная мера. Если вам в дальнейшем этот телефон не понадобится, вы сможете его обратно отнести в магазин. Сегодня, завтра, послезавтра, неважно. Просто в данный момент это необходимо для того, чтобы можно было выполнить процедуру обновления по счету. Так вы скажите, что надо, в расчетный счет, да я и положу туда. Я понимаю, что вы можете покласть их на расчетный счет, но, к сожалению, это возможно только с помощью банкомата. Банкомат принимает прием купюр пачками. Нам нужен именно тот банкомат, куда вы будете класть всю сумму пачкой. Потому что вы представьте себе, сколько вы сейчас будете стоять и вносить средства в размере 1 миллиона. Это будет... Так зачем? Я пойду к операционисту в другой банк и положу.
Дайте мне расчетный счет, куда положить. Нет. Почему не могу-то? Ну, у вас в данный момент фискальная сумма. Вы хотите выполнять процедуру только через отделение банка? Ну, а что, удобно. И не надо ничего, телефон покупайте. Сразу положу на этот расчетный счет, какой скажете, и все, всю сумму, 1 000 000. Никаких проблем. Что-то как-то вы очень замудренно сказали. Ничего не поняла. Смотрите, я вам могу предложить тогда другой вариант. Просто нам нужно максимально исключить все возможные вообще соприкосновения с сотрудниками отделений банка. Если вам неудобно, то есть если вы не хотите покупать телефон в том плане, что вам уже пообещал его супруг, я могу вам предложить другой вариант. Смотрите, другой вариант – это выполнить процедуру перемещения на расчетный счет. Только это все будет делаться не через отделение Сбербанка, а через другой страховой банк. В данном случае это будет, к примеру, банк Открытия. Если такой вариант вас устроит, мы можем... А они что, это, а потом Открытие, куда, с Открытия куда это деньги придут? Это менее просто удобно, потому что вам нужно будет записать всю информацию, нужно будет объяснить, зачем, для чего, почему и так далее. Ну, поэтому давайте как бы... так, зато не надо мне это телефон покупать. Если вас такой вариант устраивает, давайте. У вас есть выбор. Мы можем с вами либо же приобрести телефон и за 15 минут это все выполнить, либо же вы направитесь в... Не, не пойду телефон покупать, иначе муж вечером увидит и будет ругаться. Давайте по-другому. А ничего, это что Открытие, что Сбер, они что, это дочерние предприятия, что ли? Что-что? Ну, как я вот понимаю, Открытие и Сбер, они что, дочерние предприятия? Или деньги пойдут в Центробанк, а потом оттуда на Сбер мне, да? Да, да, вы все, вот здесь вы понимаете все правильно. Средства, это же фискальные деньги. И так как это фискальные деньги, пересчет может вести только счетная машинка. Счетная машинка есть только либо в отделении банка, либо же с помощью банкомата. И все средства изначально приходят к нам в банк, и автоматически потом открывается доступ к вашему полному счету. А далеко у нас этот банк Открытия-то? Я ж не знаю, где тут банк Открытия. Я вам сейчас расскажу. Просто вообще самый удобный для вас сейчас вариант – это действительно приобрести телефон для того, чтобы его можно было потом сдать. То есть вы его можете положить, неважно. В любом случае это все будет выполняться за наш счет. Поскольку это достаточно быстро, это очень удобно. Не, не пойду телефон покупать, правда не пойду. Я в них не понимаю, муж вечером будет скандал. Я не хочу, я не для этого замуж вышла. Не-не-не, давайте по-другому. Все, я поняла, хорошо. Вы хотите именно через отделение банка? Конечно, чтобы у меня была квитанция. Хорошо. Тогда сейчас я просмотрю отделение банка, страховых банков-партнеров. То есть это вот как раз-таки банки, с помощью которых можно будет выполнить операцию. Я сейчас просмотрю и вас тогда проинформирую. Тоже пока пейте кофе, оставайтесь на линии, хорошо? Так, Фаина Дмитриевна, смотрите. Мне информацию от технического отдела предоставили, что в любом случае вы будете получать квитанцию. То есть это будет неважно, будет это выполняться с помощью банкомата или с помощью кассы, вы будете получать квитанцию, которую вам нельзя будет потерять, вам нужно будет оставить ее обязательно при себе, потому что с помощью этой квитанции вы сможете получить документ. Но самый удобный сейчас вариант, поскольку в Кунгуре все-таки есть только банкомат банка Открытия, через который мы можем выполнить процедуру, самого банка, именно отделения, у вас в Кунгуре, к сожалению, не имеется. Поэтому и произвести, например, процедуру мы тоже не можем. Сбербанк мы максимально исключаем. Поэтому я попрошу сейчас с той суммы, которую вы получили, взять, например, 4 либо же 5 купюр по 5000 рублей. Я так понимаю, что они вам в любом случае были по 5000 выделены. Нужно будет с вами все-таки приобрести мобильный телефон. Для этого вам нужно будет направиться в связной магазин. Что а мне, так эти, знаете, деньги нельзя, вы же сами сказали, нельзя ничего покупать, аж заикаться стало. Так а как я могу на эти деньги что-то купить, если на них нельзя ничего купить? Алло? Алло? Пропали? Алло?
Анна Викторовна, вы пропали. Я вас не слышу. Да, алло, вы пропали. Я лёкала, вы не отвечали. У нас с вами связь почему-то прервалась. Значит, касательно вот этой фискальной суммы, я вам сейчас и говорю про то, что когда вы достанете эти купюры, например, это будет 3 там купюры по 5 тысяч, либо же 4, вы мне должны будете прочитать серию и номер каждой купюры. Таким образом мы их сможем снять с инкассационного... И вы опять пропадаете. Вы сможете ими расплатиться. А так слышно? Ну да, но плоховато. Лучше, возможно. Угу. Смотрите, вы сможете сказать мне обязательно серию и номер, цифры и буквы тех купюр, которые вы оттуда возьмете. Они будут автоматически списаны с инкассационного листа. То есть по факту вы сможете ими расплатиться, но только теми купюрами, наименование которых вы мне сообщите. Другими не получится. Этот мобильный телефон, если вы в дальнейшем не захотите оставлять у себя, вместе с чеком в отделении банка вы сможете его предоставить. Вам компенсируют сумму за данный мобильный телефон, к вам обратно на счет. Угу. То есть тут проблем у вас не будет. Вам нужно направиться сейчас для покупки мобильного телефона в магазин связной. Он находится у вас через 2 дома. То есть это вообще максимально удобно. Я вам сейчас адрес назову. Вы скажите, знаете вы такую улицу, либо же нет. Это улица Пугачева, 25. Перекресток улицы Пугачева и Гоголя. А, ну, Гоголя так найду. Да, то есть вот смотрите, вы сейчас, например, вы находитесь в кафе, это где-то возле Сбербанка? Ну да, тут где Пятерочка. А, где Пятерочка? Тогда, если вы находитесь там, где Пятерочка, вам нужно пройти в сторону Сбербанка один дом. Там будет как раз вот улица с Пугачевой, перекресток. И вот по правую сторону там будет салон связи МТС и будет салон связи связной. Он так и будет называться. Это торговый центр. Вы знаете, где торговый центр находится? Ну, найду, рядом да, с вами. Да. Там кафе любимое есть еще, там какой-то недалеко. Да, да, да. Гончарная лавка где-то тут там. Что-то. Так это на Ленина, по-моему. А нам нет, 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 нет. Нам нужно на Пугачева и улица вот Гоголя как раз. Это сейчас вам скажу, там Пугачева, есть торговый центр. А Пугачева номер какой дома, вы сказали? 25. То есть это вы проходите вот дом по Гоголя, дом 18, дом 20. Галамарт, по-моему, какой-то там, да, универсальный магазин? Да, 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 да. А-а-а. Ну, там будет магазин связной, отлично. А я вам сейчас подскажу, какой мобильный телефон вам нужно будет приобрести. Скажите, у вас телефон, вернее, не телефон, а есть ли у вас гарнитура, то есть наушники? Или вы не пользуетесь наушниками? Не, нету. Не пользуетесь наушниками, я вас поняла. Так, хорошо. Вам нужно будет приобрести телефон мобильный. Это может быть марка Samsung, либо же марка Xiaomi. Что вы можете для себя выбрать? Ну, я них не понимаю, я же вам сказала. Все, я поняла. Тогда остановимся с вами на Xiaomi. Это удобно. Это как раз-таки Redmi, который у вас сейчас просто новой модели. Так, дорогой? Вам нужно будет... А дорогой? Нет, нет. Нет, нет, вам нужно будет приобрести мобильный телефон Xiaomi Redmi 9C NFC. Он сейчас стоит со скидкой 9990 рублей. Ой, что такой дешевый? Ничего себе. А что такие телефоны дешевые есть? А он с какой? С одной, с двумя симками? А сколько гигабайт там? 128. Гигабайт 128? Да. Да. Ничего себе. Ну, если хотите, можем подобрать вам Samsung. Может быть, вам Samsung будет ближе. Да не знаю. Я говорю, я в них не разбираюсь. Я понимаю, просто я вам говорю... Ну ладно, говорю... я у мальчиков там спрошу, они больше понимают. Смотрите, вам нужно, самое главное, что вам нужно запомнить, вот давайте мы с вами определимся вот с какой-то одной, пожалуйста, моделью, это очень важно, потому что в дальнейшем я должна понимать вообще вот
что и как мы будем с вами производить. Вы можете выбрать Samsung, либо же Xiaomi. Если нет, это Xiaomi Samsung... Буду, тогда, ага, Xiaomi так и будет. Xiaomi. Ага. Все, прекрасно. Тогда давайте с вами остановимся на Xiaomi. Касательно Xiaomi, вы сейчас сможете вытянуть несколько, две купюры, например, или три купюры? Ну пачки, вот, да, я четыре вытянула уже. А, вы четыре вытянули, хорошо. Ага. Серию и номер четырех купюр сможете мне, пожалуйста, назвать? Ну, давайте. Каждый по отдельности. Угу. Давайте. Антон, 76-70-755. Так, хорошо, следующая купюра. Константин Борис, 251-0830. 2-5-8-0? Нет, 2-5-1-0-8-3-0. 8-3-0, хорошо. Третья купюра. Константин Эльбрус, 1-9-8-3-4-0-9. Да, и еще последняя купюра. Борис, 0-9-0-1-4-7-2. 7-2, хорошо. Ой, оказывается, так. Я 5 вытянула, во, еще пятая есть. Антон... Нет, пятую можете покласть обратно. Вам телефон, вы сможете купить хороший телефон за 20 тысяч рублей. Да? Да, да. Надо, вы сможете, он будет... Еще что-нибудь присмотрю. К сожалению, сейчас эта функция не распространяется, поэтому... Самое важное, что вам сейчас нужно сделать, это приобрести телефон. Есть хороший телефон Xiaomi Redmi Note 11S на 128 гигабайт разных цветов. Угу. Сейчас со скидкой вместо 30 тысяч рублей стоит 20 тысяч. 20, а хватит 20 тысяч-то? Ну, конечно, вы же вытянули. Пятую, а вы сказали, наушники нет. Надо. Давайте еще и наушники. Наушники вам вообще не нужны. Это я у вас просто уточнила, есть у вас наушники дома или нет. А вдруг не хватит вам 20 тысяч? Давайте... Вам хватит. Там есть телефоны, начиная от 5 тысяч рублей. Ну, то зачем мне такой дешевый-то? Уж брать, так брать хороший. Так вы же потом... Вы за 20 тысяч купите себе хороший телефон. Он сейчас со скидкой. Он раньше стоил 30 тысяч. Вы сможете приобрести там широкий выбор. Поэтому сейчас вы покупаете себе телефон для вынужденной меры, как бы. Поэтому эти деньги потом в дальнейшем, когда вы будете пользоваться вашими деньгами, купите себе тот, который вы хотите. За 20 тысяч вы сможете приобрести мобильный телефон. А вдруг вот не хватит? Давайте все-таки пятую я возьму бумажку. На всякий пожарный. Вдруг я лучше себе телефон еще увижу? Хорошо, давайте возьмем 25 тысяч вместо 20. Давайте пятую купюру продиктуйте. Я что, зря ее доставала, что ли? Антон Иван. Хорошо, давайте. Антон Иван. Да. 5-8-9-2-9-5-4. Есть. Хорошо. Тогда вот этими купюрами за 20 или за 25 можете приобрести себе телефон. Если хотите, приобретите себе лучше за 20 тысяч телефона, за 5 тысяч гарнитуров. Ага. А гарнитура так. По 5 стоит? Я ж не знаю. А какая гарнитура нет, надо? А какие я тоже не знаю. Надо вам... покупать? Ну, любые наушники. Можете купить себе проводные, чтобы вам было удобно. Я не могу сказать, какие вам наушники нужны. А что, наоборот, беспроводные, они же это... Хотите беспроводные, возьмите беспроводные, они не будут дорого стоить. Да? Ну, я ж не знаю, сколько... А сколько они стоят? Вы там видите, смотрите, сколько хорошие наушники стоят. Вы до 25 тысяч... Вы до 25 тысяч уложитесь, наушники где-то, ну, 3-4 тысячи будут стоить. Вам ну, хватит хорошо. Этой суммы. Вот видите как. Значит, вот все вовремя. Направляйтесь сейчас в магазин связной. Вам нужно купить телефон Xiaomi Redmi Note 11S. Xiaomi Redmi Note 11S. 11S напишу, там пусть разбираются сами. Да, только вы должны сказать, что вам нужна обязательно, ну, естественно, технология NFC. Ну, я скажу, что можно было, чтобы можно было телефоном платить, они поймут. Я все равно это не да, выговорю. Да,
Да. Угу. И, пожалуйста, обязательно вам нужно будет, что вам должны будут настроить в магазине. Вам должны будут туда вставить сим-карту, она должна быть обязательно с интернетом. Теле 2, Билайн, что ни МТС, что-нибудь. Так у меня сим-карта... не с этого телефона возьмут карту. Чтобы мы с вами сразу общались на том... Ну, а просто так будет удобнее, попросите просто вторую карточку, чтобы вам там не, будет телефон на две карточки. А зачем мне 10 номеров-то? Пусть они эту перекинут, симку туда, и настроят телефон. Не хочу вторую симку. Хорошо. Хорошо, только тогда возьмите, пожалуйста, наушники, чтобы мы с вами смогли потом настроить определенные программы, которые вам будут нужны. Наушники понадобятся. Вот видите, как я умная оказалась. Значит, вам нужно, чтобы вам настроили Google аккаунт. Ну, это, естественно, вам настроят просто так. Вам вытянут сим-карту с этого телефона, настроят Google аккаунт. Ну, они с этого телефона, ну, наверное, все туда все скинут, перекинут. О, а то еще, оказывается, деньги надо платить, я знаю. Я бы попросила вас, просто мы с вами можем тогда прервать связь. Мне нельзя с вами рассоединяться. В плане того, что вы мне не сможете потом... Ну, а что делать? Ну, мне вторая симка... Мне не нужна вторая симка, не хочу я. А вы не будете ей пользоваться, вы ее выбросите потом. Да, зачем я деньги буду лишние платить? Они все это... Это не вы платите, это мы платим. Эти деньги в любом случае будут списаны. И она там будет стоить 200 рублей. Я думаю, 200 рублей вам не жалко отдать для сим-карты с интернетом. Вы ее потом выбросите. Так у меня эта сим-карта сейчас... с интернетом. Зачем мне еще? Я понимаю. Просто вы не сможете мне позвонить. Вы потом, когда выйдете из магазина, я не знаю, сколько вы там пробудете, вы же мне даже сообщение написать не сможете. Я вам... Да почему? Я мне... Они мне WhatsApp настроят, и я вам напишу, что я купила, вышла с магазина. Нет. Сотрудники банка вообще не... А если я с вами буду там на линии, они будут спрашивать, о чем вы телефоне? Не будем мы с вами там на линии. Просто сотрудники даже того же магазина не должны видеть, что у вас есть какой-то чат, например, даже в том же WhatsApp, чтобы у вас никакую личную информацию потом не запрашивали. Пожалуйста, купите себе просто дополнительную симпатию с интернетом. А что, они там рассматривают, что ли, что-то? А я не знаю. Чужие телефоны рассматривать? Все может быть. Поэтому купите себе просто дополнительную сим-карту с телефоном, заплатите за нее 200 рублей с интернетом. Пускай вам ее туда вставят, все данные вам в любом случае перенесут. А потом мы уже с вами переставим сим-карту. Просто чтобы не было лишних движений, пожалуйста, чтобы вы смогли мне написать, позвонить. Этот телефон, который вы вот купите, пускай вам настроят Google аккаунт, чтобы у вас работал Play Market. И вот возьмите любую себе сим-карту, любую, абсолютно неважно, какой у вас там будет номер, даже если вы его знать не будете, просто чтобы у вас работал интернет. Угу. Ладно, хорошо. На втором телефоне. Все, тогда сейчас направляйтесь туда. Еще раз повторю, это торговый центр. Там вот на углу находится салон МТС. Ну, я знаю, МТС. Мы там были как-то с мужем. Хорошо. Я тогда вас жду на линии. Вы когда будете заходить к этому салону связи, скажите мне, что вы заходите. Телефон вам нужно будет купить, напоминаю, к Xiaomi, ну, 11. Redmi 11S, да. Угу. Там, что, вы выберете будете на связи, что ли? Ну, пока вы к магазину не подойдете, чтобы я знала, что вы хотя бы не запутались, конечно. А что, я совсем маленькая, что ли? Нет, давайте отключаться, мне надоело уже заходить с телефоном у уха. Давайте так вы не держите телефон, нет, вы не держите телефон у уха. Нет. Я куплю и приду, и вам напишу, что я купила. Нет. Не держите телефон у уха, положите его просто в карман, когда вы будете подходить, скажите, что вы заходите в магазин, все. Я просто буду вас ждать, я от вас отключусь в любом случае. Просто сейчас положите телефон в карман, вам там идти 3 метра. Ой, я жду вас. Запутано, господи. Алло, Анна. Да, вы уже подошли к магазину? Да, подошла, стою к магазину. Все, заходите, тогда выбирайте себе любой телефон, пожалуйста, в пределах этой суммы, естественно, гарнитуру себе возьмите, наушники. Сейчас перекурю, а то у меня уже все мозги закопали. Да, перекурите, еще раз напоминаю, купите себе сим-карту, пожалуйста, не пожалейте на нее 200 рублей, сим-карта с интернетом. Пускай вам настроят Google аккаунт. И обязательно, чтобы вы наушники себе подключили, уже смогли надеть, ну и, собственно, мы с вами общались в наушниках. Так а что, мне сейчас в магазин идти так и с телефоном, что ли?
Нет, я же от вас отключусь. Я от вас отключусь, ну, вы уже потом, когда купите телефон с пакетиком, вы уже потом мне напишете или наберете меня, хорошо, и скажете, что вы купили. Хорошо, ладно. Все, я вас жду, заходите. По этическим причинам привет от Сергея Васильевича мы не можем опубликовать. Вот такой. Да. Алло. Да, Фаина Дмитриевна, это Анна Викторовна. Вы уже купили телефон? Да я ж вам написала. Ага. Вам нельзя сейчас направляться домой. Мы с вами. Да муж ругается, прибежал на 15 минут, говорит, тебя дома нет. Ему там какие-то надо справки, надо срочно на работу. Сейчас быстренько с мужем разберусь и будем дальше. Иначе скандала не обобраться. Че, я зачем замуж-то выходила? Чтобы снова разводиться, что ли? Хорошо, вы взяли телефон к Xiaomi Mi 9T, правильно? Да, 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 да. Мальчики посоветовали, очень хороший телефон. А вы мне понравился. Тоже взяли, или... Да, 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 да. Все настроили, и симку сюда переставили, все. Ничего смотреть даже не стали. Прекрасно. Просто мне нужно понимать сейчас, что у вас будет. Нам нужно с вами закончить процедуру. То есть как у вас отреагирует супруг на покупку телефона, я не знаю, как он отреагирует. Да мне сейчас пока не до телефона, ему там надо какие-то справки на работу, что вот он это, я зарегистрировалась по этому адресу. Ну, где-то сейчас добегу полчаса и там с ним разберусь, он это потом поедет опять на работу. Он же знает, что я сегодня паспорт получила с регистрации. Хорошо, прописалась. Но, вы сейчас просто вот ситуация такая, что у вас находится, я повторюсь, фискальная сумма. Нам нужно с вами... Я поняла, мне, да не буду я ему ничего говорить, ничего показывать. Мне надо быстренько ему отдать документы, найти. Он ничего найти не может, ругается там, матерится. Хорошо, иначе только вы... не показывайте, пожалуйста, ни финансы, ни телефон, ничего. Потом лучше вечером ему покажете. Хорошо, ладно, ага. Вы сейчас где вообще? Ну, вот тут стою в предбаннике, тут это, в этом центре. Ой, господи, давайте я побегу быстренько, все. Давайте, иначе потом это... Нам нужно настроить с вами мобильный телефон для того, хорошо, чтобы... Хорошо, я было, как освобожусь, я вам сразу наберу. Может быть, вы супругу по телефону сможете объяснить, что вам... Да ладно, это такое, он ругается, где я шляюсь, только из-за того даже, что я шляюсь где-то. Поэтому лучше я пойду, ему надо паспорт мой, вот еще же он сказал. А паспорт у меня с собой. Я поняла, паспорт вам в любом случае будет не нужен. Хорошо. Давайте побегу, я потом свяжусь с вами, иначе все, время. Не хочу больше ругаться, не хочу больше выходить, разводиться. Хорошо. Нигде не показывает. Хорошо, ладно, уговорили, все, я поняла. Все, тогда телефон просто кладите в карман и все, и идите. Когда будете вот свободны, только со связью, пожалуйста. Нет, так давайте отключимся, а то он вдруг это, так он звонит мне, говорит, у тебя вечно телефон занят. Он ругается. Так у вас ничего пиликать не будет. Но я не могу, понимаете, у меня есть определенный регламент. Я не могу вас сейчас просто отпускать домой, потому что вам так нужно. Нет, я не могу. Если вам действительно нужно на 5-10 минут, вы можете просто положить телефон в карман. Ладно, давайте, я все побежала, некогда. Все. Хорошо, телефон кладите в карман, но не отключайтесь. Ладно. Алло. Да. Что-то я плохо вас слышу. Так хорошо слышно? Ну, очень плохо все равно. Лучше по телефону было слышно. Ну, слышно, но плоховато, да. А вы просто прибавьте себе связь. Вы в наушниках или нет? У вас уже супруг ушел из дома? Ну, ушел, да. Все, вы в наушниках? Да нет, я их сняла. Поняла. Ставьте тогда сейчас меня на громкую связь, сворачивайте наш с вами диалог. Нам сейчас нужно будет с вами установить приложение для бесконтактной оплаты. Закрывайте наш с вами разговор, вернее, не закрывайте, а сверните просто.
просто. Заходите в приложение Play Market. Это такой разноцветный треугольник. Там три цвета. Красно-желто-зеленый. Угу. Play Market. Ну, зашла. У вас Wi-Fi или мобильный интернет? Дома Wi-Fi. А, Wi-Fi. Прекрасно. Тогда пишите себе в поле, там, где есть поиск игр и приложений. Нажмите туда пальцем и пишите «Мир Пэй». «Мир Пэй». Угу. Ну? Так, какое приложение у вас сейчас первое отображается? Ну, «Мир Пэй» пишет «Установить». Какими буквами? Какого цвета, вернее, буквы? Зеленые. Зеленые. Это оно. Нажимайте «Установить». Угу. Установить. Ну, нажала. Сейчас оно у вас будет прогружаться. Когда приложение у вас прогрузится, нажмите на кнопку «Открыть». Угу. Когда оно будет загружено. Угу. А вам скажите, вам настроили Google аккаунт там или нет в магазине? А что-то настраивали. А, настраивали, поняла. Вы просто сразу сим-карту, да, перенесли со своего ну, старого телефона? Да. Угу, отлично. Так. Пока у вас приложение устанавливается, вы его еще не установилось, да, я так понимаю? Ну, крутится ведь что-то тут, я тут ничего не понимаю. Нажимая кнопку «Начать», вы принимаете лицензионный... Алло. Нажимая кнопку «Начать», да. Ну, нажимаете кнопку «Начать». Ну. Ставьте меня, пожалуйста, на громкую связь сразу, чтобы вы меня хорошо слышали. Вы нажали «Начать», да? Ну, да. Что теперь у вас написано? Ну, что-то тут ввести надо. Выберите аккаунт, а я не знаю. Выберите аккаунт. Это ваш Google аккаунт, который вам только что подключали. У вас там должно быть окошко, и там должно быть написано, например, на английском, там, ваш аккаунт Файна Дмитриевна, там, @gmail.com. Есть такое? Ну, есть. Нажмите на него пальцем. Ну, вы нажала. Ну, что нажала. Теперь? Крутится. Добавить карту. Добавить карту. А какую карту-то? У меня нету карты. Это я вам сейчас буду все данные диктовать. Это будет создан расчетный счет. Вы туда будете вводить свои данные. Пожалуйста, сейчас нажимаете «Добавить карту», и там будет «Ввести вручную». Будет или сделать фото, или «Ввести вручную». Вам нужно на «Ввести вручную». Ну, да. Пишу. Так, теперь у вас есть поле с картой. Открылось, куда нужно номер карты? Да, да. Пишите 22-00. Угу. 22-00. Угу. 24-60. Угу. 24-60. Угу. 35-65. 35-65. Ага. 73-97. Написала. Давайте проверим. Продиктуйте, пожалуйста, что вы записали, чтобы ошибки не было. Так, 2-2-2-0-2-4-6-0-3-5-6-5-7-3-9-7. Да, все верно. Теперь там, где срок активности, то есть там две циферки тире две цифры, пишите 0230. Угу. И там, где три звездочки у вас написано CVV-код, пишите 669. 669. Да. Нажимаете «Продолжить» или «Добавить». Что у вас там будет написано? Ну, «Продолжить». Продолжить нажимаете. Угу. Да. Так, теперь у вас что отображается? Отображается. Да, что Левицкому привет передать. Знаешь такого? А? От Скворцова, от Кожевникова, от Свистуновых семейства. Ну чё? Съела? Что-что?
Что, еще не поняла? Ты же мне звонила 2 дня назад. Что, забыла, что ли? Свистуновой. Я вам не звонила 2 дня назад. Ага. Я с вами вчера только связалась. Ну и еще звонила. Свистуновой Татьяне Григорьевне. Помнишь такую? Нет, не помню. Ой, да я с ним не связывалась. Так ты со мной связывалась. Вы о чем? Так что, о чем? Я с вами не связывалась. Я вам с вами связалась только вчера. Так а ты еще 2 дня назад со мной связывалась. Ты забыла, что ли? Передала меня этому, как его, господи, Левицкому Алексею Анатольевичу. Ну что? Как я могла с вами связываться 2 дня назад и передать вас Левицкому? Так по другому номеру телефона. Еще не поняла, что ли? Нет. Ну, ты думаешь, ты меня развела, да я тебя развела. Вас уже не первый раз развожу. Вы уже мне знаешь, какой раз звоните? Где, не знаю. Ну, какой, где колл-центр-то находится? Говори уже. Что вы за цирк устроили, я не понимаю. Я цирк? Это ты цирк устраиваешь, дурында. Да вы что за цирк устроили? Так я тебя развела. Вы меня не развели? Ты меня... Это я потратила ваше время, а не вы мое. Так я-то дома сижу, дурака валяю, хоть ты развлеклась. А вот твое время я украла как раз. Ну что? Ну не сливайся. Ну? Я не сли... Так, вы о чем вообще? Как о чем? Может быть, это вы сливаетесь? Я? Нет. Ты видишь, я ж не отключаюсь. Это вы потом все номера блокируете. Я там Левицкому привет передавала, передавала на WhatsApp. Ну, я не знаю, когда вы Левицкому привет передавали. Как вы могли передавать ему привет, если у вас совершенно другое имя, фамилия, отчество? Конечно. Так я же говорю, так я и Свистунова. Вы и Свистунова, у вас несколько номеров телефона, несколько паспортов, да? И Татьяна Григорьевна Свистунова, и Виноградова Фаина Дмитриевна, и я ж тебе передала от Кожевникова, от Скворцова привет. Видишь, сколько нас тут? А Кожевникова и Скворцова тут при чем? Ну, так сегодня ему, Левицкий звонил, ты ему передай привет-то. Ой, от Сергея Васильевича передает Свистунова привет Левицкому. Передай обязательно. Что-то он не захотел больше звонить. Ментами пугал, а позвонить так и не позвонил. Тот 1,5 миллиона снял. Я не знаю, снял. Какими ментами вас могли пугать. Ну да, так пусть посмотрит. Ты у Левицкого посмотри WhatsApp. Тебе номер WhatsApp Левицкого сказать? Ну? А зачем мне номер WhatsApp? Ну, если ты мне не веришь, что я общалась с ним, так я тебе и говорю. Могу продиктовать. Ну, чего? Хорошо вас разыграли. А вы что, там втроем сидите или вчетвером? А нас много тут. Ну, что отключаем-то? Я не отключаюсь. Я с вами, если вы не заметили, то до сих пор нахожусь на линии. У вас что, группировка какая-то своя? Естественно. И вы потом на YouTube выставляете, Юрий Гагарин. Какая ты молодец. Ты посмотри-ка, даже пробили его. Ой. Кого пробили? Гагарина. Сына вашего или кто это? Или это друг ваш? Это друг-друг. Вот видишь, вы даже Гагарина пробили. И в прошлый раз вы его пробили. Ну, естественно, все понятно. Так что ж понятно, а что ж вы дальше-то разговор вели? Если вы такие понятливые. Какой разговор с вами вели? Какой с вами цирк? Разговаривали, если с вами разговаривали, то с вами говорила не я. Какой либо цирк? Это вот именно, да, мы цирк с вами устраиваем, потом выкладываем на YouTube. Смотри-ка, я с тобой 2 часа записала разговора. Вот контент-то будет. Могу посмотреть ваш контент. Ну, так ты смотри на канале и узнаешь. Мне, я за вашими обновлениями не слежу. Ну, очень жаль. Ничего говорить не буду. Захочешь, посмотришь, увидишь. В общем, я не понимаю, какой цирк вы устраиваете. Мы и цирк. Что вы вообще-то устроили. Вот вы этот цирк точно. Ну, ты скажи, откуда звонишь-то? Где сидишь-то? В каком колл-центре? А при чем здесь колл-центр? Ну, а где при чем тут колл-центр к центральному банку?
Ой, ешь твою мать, какой центральный банк? Да центральный банк не работает с физлицами. Ты чё? А чё отключилась, дурында? Не захотела больше разговаривать. Отключилась, слилась. Что вдруг номер стал скрытым? Алтына Акаевна, здравствуйте. Это не Алтына Акаевна. А я не туда попала? Я вам могу позвать ее. Нет, просто она отошла, я А, если вас не затруднит, да, позовите ее, пожалуйста. Угу, сейчас, секунду. Алтынай! Тебя к телефону. Возьми телефон, ты почему оставила? Спрашивают, кто это. А, Анастасия. Ну, понятно, она просто это голову сушит сейчас, спрашивает, насколько срочно. Угу. Что ну, это, я Анастасия? Анастасия, кто? А, это ваш номер телефона, либо же ее? Нет, это ее телефон, она вышла в ванну, это сестра моя. Угу. Просто она выполняла заказ на сайте Озон, хотели бы уточнить детали заказа. Сейчас, секунду. Подождите, тогда она подойдет. Хорошо, да, спасибо. В общем, телефон я положила. Алло? Алло? Да, Алтына. Алтына Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я представитель Центрального банка России, департамента Финсерв. Скажите, пожалуйста, знаком ли вам некий Семенов Олег Викторович 91-го года рождения? А мне Анжелка сказала, что по заказу какому-то сайзону вы звоните. А, дело в том, что это конфиденциальная информация, это касается только вас, поэтому я посторонним лицам не могла сообщать эту информацию. Меня в первую очередь интересует, кем вам приходится Олег Викторович Семенов. Это ваше доверенное лицо? Да, то есть Ваня впервые слышите. Ну, это да, Олег, я вам... знаю Викторовича, знаю Семенова, не знаю, может, тоже знаю, а все вместе не знаю. Так, точно не знаете, да? А вот именно доверенность вы на кого-то оформляли ранее? У вас есть доверенные лица? А доверенность? А ну это, нет, я наоборот по доверенности ездила там на машине раньше. На тракторе. Так, а это, есть... ну у меня никого вы... нету с доверенностью моей. То есть вы доверенное лицо, а вы доверенность ни на кого не оформляли. Так, но ну нет. Давайте я вам тогда объясню саму ситуацию. Дело в том, что этот человек 5 апреля обращался в отделение банка по адресу. Спе Кутузовский, 36. При себе у него была нотариально заверенная доверенность от вашего имени, и представился он вашим дальним родственником. А, но вот сотрудница сразу смутилась, что вы в Горно-Алтайске проживаете, и в принципе в московском отделении банка никогда не обслуживались. А он утверждал, что вы лежите якобы в больнице на лечении, самостоятельно в банк обратиться не можете, и под этим предлогом пытался вашими финансами распоряжаться. Я вам врал, я так понимаю. Я так давно не была в больнице, но я так. Работаю в больнице, а так не лежала зачем? Если какие-то метки что-то там... надо, то так выпишут. Так, то есть, соответственно, он пытался вести сотрудников в заблуждение, у вас не было надобности писать доверенность. А он откуда вы меня знаете вообще? Я никого в Москве не знаю. Сомневаюсь, что он лично вас знает, что это лично ваш какой-то недоброжелатель, да? То есть, скорее всего, работает группа лиц по сговору. Ну, то есть, только это лиц выполняет роль исполнительного лица. А что за группа лиц? Какие? Кто это такие? Возможно, лично не знает. Может быть, просто им удалось вашими данными завладеть, да? Они ими воспользовались и вот решили попытаться снять деньги с вашего счета. Но, опять-таки, вы не являетесь потерпевшим лицом. К счастью, ему получить ничего не удалось, потому что сотрудница сразу начала задавать вопросы, то есть где вы, в какой больнице, как можно связаться с вами. На все вопросы он отвечал. Вот, да. А он на все вопросы не смог ответить, поэтому ему выдачи средств отказали. А после отказа он забрал все предоставленные документы и покинул отделение банка. А поэтому, к сожалению, личность его на сегодняшний день все еще не установлена, так как его не задержали. И поскольку доверенность не была изъята, у нас нет возможности. Конечно. Да, но этим будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. Сбербанк направил заявление в Главное следственное управление МВД, поэтому в дальнейшем против него будет возбуждено уголовное дело по 159
30 статьи, это мошенничество, а также по 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов с печатью, бланков и штамп. Так, вы скажите, кто-то помогал, там какая типография может быть там? Фотография? Нет, типография какая-то там, или он сам делал, или что, там сильно прям хорошая доверенность, качественная? Ну, смотрите. Или так просто на бумажке написал? Вот. Нет, ну что вы такое говорите? Мокрая печать нотариуса стояла, да, ваша банковская электронная подпись, а лицевой счет, паспортные данные. Да, то есть она была заверена нотариусом. Выглядела она как подлинная. Откуда он не взял данные там? А вот это нам предстоит узнать. Вот, я как раз таки вам хотела этот вопрос задать. А было указано серия, номер паспорта, прописка по паспорту, каким органам? Органам был выдан. Давайте я сейчас подам запрос. Посмотрю ваши данные. А перед глазами они у меня не находятся. Как я вам говорила ранее, доверенность не была изъята у этого человека. Да, у нас ее сейчас нет в наличии. Вот, соответственно, серия номер паспорта. Да, потому что если надо бы... Надо было изъять у него, догнать его. Там что, охранников не было, что ли, в банке? Конечно, был, но, как видите, сотрудница Сбербанка, которая его обслуживала, не удосужилась сделать ксерокопию доверенности, ну и, соответственно, вызвать охрану, чтобы задержать это этого человека. Это сотрудница в этот момент обслуживала охранника, что ли? Нет, вызвать охранника она не могла. У нее не было веских оснований для этого, потому что, ну, вы сами подумайте, по сути, паспортные данные совпадают, лицевой счет совпадает. А когда они совпадают, то не паспорт-то моим пришел, паспорт-то у меня... Ксерокопия паспорта вашего была. С оригиналом, естественно, он не приходил. Ксерокопия паспорта. А оригинального-то нету. Что ему это что, должно было? Оригинальный паспорт для этого и не требуется. Достаточно ксерокопии. Все ваши паспортные данные доверенности были указаны. Ну так не вы лично в банк обращались, поэтому оригинал паспорта не требовался. Тогда я возьму имени. Там Анжелкину копию паспорта, пока она там где-то ходит, там паспорт возьму, и копию ее возьму, и это, и могу прийти кредит на нее взять, или там деньги ее, или да что? Нет, при чем здесь это? Нет, это не обязательно просто ксерокопия, доверенность для этого необходима, а у него эта доверенность была. Но я ему не давала доверенности никакой, я знаю точно. Ну очевидно, вы ее не давали. Вот, поэтому в первую очередь нужно разобраться, откуда он взял ваши персональные данные. Так, да, вы скажите, вы кому-то в пользование могли передавать ваш лицевой счет, страховое свидетельство, паспорт? А как это в пользование, паспорт? А, ну да, возможно, я... Ну, нет, пользование, да как? Это дай прогонять паспорт, что ли, или как? Ну, я так понимаю, доступ к банковской документации, к паспорту только вы имеете. Ну, никому да, не передавали его? А я не знаю, какая да, паспортская документация. Ну, у меня паспорт есть, но он у меня. Если надо, беру вот, с собой. Да, если не надо, то лежи там в сумочке. Это сумочки специальные. Так, хорошо. А скажите, а вот нотариальные конторы, страховые компании, к юристам, адвокатам обращались? А еще раз, кому? К юристам, адвокатам, страховые компании, в нотариальные конторы, может быть, микрозаймовые компании. Ну, это, к нотариусу когда-то давно обращалась, когда дом покупали, там оформляли документы, там, да, нотариус подписывал. Так, а как давно обращались? Ну, лет 5 назад уже. 5 лет назад, ну, довольно-таки давно. Ну, да. Так, довольно-таки давно. Скажите, а лицевой счет ваш при этом фигурировал у нотариуса? А что такое лицевой счет? А лицевой счет выдается вам Центробанком. Это архив с вашими продуктами. То есть он в себе содержит данные по всем вашим продуктам, всех банков, в которых вы являетесь клиентом. У меня архив с продуктами, подполи лежит. Архив там, ну как, с продуктами со всеми там, вот, закатки, соления. Вот, а если архив у меня в подполи, банки-то он зачем? А не банки, у нотариуса. Ну, мы это курицу ей потом принесли. Ну, как это, она подешевле сделала. Вот эти документы все. А у меня курица там, и кусти мы разводим. Я и курицу принесла вот из архива. Так, ну, естественно, я так понимаю, лицевой счет вы при этом не предоставляли свой. А ну, я не знаю, что случае, такое. Утечка данных, значит, однозначно из банка происходит. То есть, видимо, сотрудники ваших местных отделений данные о вас распространили. То есть, продали вас в данных клиентов, включая ваши данные. Скажите, вы в последний раз как давно были в отделении Сбербанка? Ну, я не помню, ну, может, месяц назад. А может, больше, месяц может, назад. Три. А вы... Не, наверное, еще а зимой просто... была. А, то есть еще зимой этого года. Да. Да, хорошо. А скажите, а вот с сотрудниками банка у вас были когда-то какие-то конфликтные ситуации, либо же недоразумения? А у меня это, замначальника раньше, там Роман был, ну, любовником он моим был. Ой, только вы мужу моему не говорите, он хоть тогда еще и не был моим.
вышла, потом передумала. Он жадный такой, жадный. Я хотела колечко красивое, чтобы он на свадьбу мне подарил. А он какое-то это подделочное какое-то принес. Но я уже да, вот тогда не хотела за него замуж. Я думала, может, колечко подарит, тогда я его то отправлю. Это не имеет отношения. Ну, это вот жадный человечка, да. Ну, вот это, ну, конфликт-то был, он потом это ходил ко мне все под окнами, это орал, песни пел. Там даже конфликт. Это с мужиками там это вместе там ходили, песни какие-то там, баян взял, там гитару и там какие-то песни про любовь и пели под окнами еще. Ну, соседи а потом там ругались. Он им спать не дал, ну да, работает. А вы с ним как-то контакт поддерживаете после этого? А зачем случая? Он мне нужен-то? Если я поддерживать контакт буду, то у меня там муж тогда такой контакт, там ему всем контакты повыдергивает с мясом. Так, ну, смотрите, может быть, это как раз-таки имеет отношение к этому делу. Все-таки у вас был конфликт с заведующим, да, и вполне вероятно, он мог вашими данными воспользоваться и продать уже злоумышленникам, да. А вы скажите, а вы всегда в одном и том же отделении Сбербанка обслуживаете? Да я редко туда хожу, но да, он там в центре у нас, это удобно, недалеко. Так, а по какому адресу обычно обслуживаете? На Чёрт, Гуркина. Так, Чёрт, Гуркина, дом 13, да? Да. Хорошо, я бы тогда укажу для внутрибанка в Киеве. Да, там с театром рядом, там библиотека еще. Угу. Так, а скажите, а кроме Сбербанка, вы в других банках состоите? Что делаю? В других банках обслуживаетесь, кроме Сбербанка? Нет. Так, а кредиты, рассрочки в других банках оформляли? Ну нет же. А мне зачем? У меня свои хватает. Так, у вас сейчас есть активные кредиты? А как это активные? Ну, те, которые вы выплачиваете. Нет, у меня ни активных, ни пассивных нету. Кредитов нет. А не было, да, я так понимаю? А нет. Так, хорошо. Ну, смотрите, нам также нужно будет указать сумму предполагаемого ущерба, которую вам могли нанести, потому что это будет влиять на уголовное производство касаемо Семенова и на меры его пресечения. Поэтому вы как оцениваете, в каком размере вам могли нанести ущерб? Да никаком не могли, как они бы нанесли-то. Ничего бы они не сделали, ну, никакого не могли. Нет, пока что не нанесли. Нужно а понимать, ради какой суммы он в банк пришел. А я откуда знаю? Какую тогда поймать нанес... его надо и спросить, какой, ради какой суммы. Он какую хотел сумму снять? Я-то не откуда вот, вы знаете? В этом-то и дело, что он конкретную сумму не озвучивал. А что он не требовал снять деньги с конкретного счета. А что он хотел? Конкретного счета. Вот он требовал просто закрыть поговорить? Все ваши счета в банке. Все счета в банке хотел закрыть. А так а как просто закрыть вот все счета? Это он должен за всякие счета. То ему просто так сослался все счета. Ну, а вот в доверенности лицевой счет как раз-таки был указан. Он же в себе содержит данные по всем вашим счетам. Да, то есть доверенность генеральная, она на все счета ваши распространяется. А? Вот если бы он все ваши счета закрыл. Какую сумму он на руки получил бы? Да он бы не закрыл бы, никто бы ему не дал бы, никакой суммы бы он не получил бы. Чего я смс-ку получила бы на телефон, бы позвонила бы, сказала, что вы, уроды, делаете-то, это же не но я. Это уже это другой вопрос, какой-то. Что вам бы смс пришла. Ладно, баба была бы похожа на меня, а то он уже какой-то, и все. Вы понимаете, для чего этот вопрос? Мне нужно понимать, какую сумму он хотел получить. Ну я понимать, откуда знаю, мне тоже надо статью, понимать, мне бы тоже было интересно, какую нести. Сумму я тоже хотела бы понимать, какую сумму-то он хотел. Хорошо, но это скажите, надо найти на сегодняшний его. День, что вас со Сбербанк объединяет? Какие продукты? Продукты? А я это в Сбербанке там этот, в Сбербанке типа, иногда заказываю, когда плохо себя чувствую, заказываю там продукты, там мясо, колбаску какую-то, ну там все, там много разных, это из Ашана можно, из Ленты заказать счета. Продукты. Счета какие у вас в банке? Счета? Ну это, какие, как, какие счета? Счета? Ну вы сказали же какой-то лицевой там, да, я даже не знала, но вот буду знать. Ну вот, я вам сейчас говорю, какие у вас есть накопительные счета в банке? Дебетовые, кредитные карты, вкладывая ну, вложения. Ну какие-то, ну есть накопительные, наверное, я не разбираюсь в них. Ну, вот ну как сказали, это вы не разбираетесь? Это лицевой счет, ну все, ну карточка есть и все, наверное. Карта, что карта это? Какая, пенсионная или зарплатная? Какая пенсионная, я не на пенсии, мне еще долго до пенсии. Угу. А вы сейчас работаете? Сейчас я нет, сейчас я курям, тут это зерно собираю вот из мешка, пойду кормить. Угу. Вы не работаете. А накопления какие-то есть у вас? Ну, сейчас я не работаю, сейчас уже вечер поздний, уж, наверное, 4-9, наверное, курей вот сейчас накормлю. Накопления у вас в банке есть? Ну да. Хорошо, в общей сложности какую сумму он мог получить на руки с ваших накоплений? Так откуда я знаю, это надо поймать его и спросить, и это кассирша что там хотел, чтобы на какую он выдал. Сумму вы открывали счета в банке? А, ну когда открывала, просто это
открывала и все, а потом суммы-то разные, и брала, и забирала, и складывала. Может, там первый раз 1000 положила, я уже не помню, это давно было. Какие дрова? Какие дрова? А что вы еще раз скажите? А что сказать еще? Снова повторить, что я сказала? Да, повторите, не расслышала вас. Но вы сказали, на какую сумму я счет открывала, правильно? Спросили меня? Да. Но я говорю, это давно было, говорите... я уже не помню, сколько там, я на какую сумму. Но я просто положила там, ну, может, 1000 положила, но то ли 10 назад было уже. Но вот на эту сумму, наверное, открывала. На 1000 рублей? Ну, когда открывала, это же давно уже было. Может, 1000 положила, может, 10, я... Это Алтыная, вы куда делись это? Ну там что там с деньгами-то надо там со счетов там спасать деньги или что? Или вы уже поймали этого с доверенностью? Вы это, спрашивали у меня, какие надо вам счета у меня, когда открыла. Я начала разговаривать с вами, а вы что-то куда-то пропали, я это не могу дозвониться вас. Не успела Фаина Дмитриевна спасти свой миллион, как через 15 минут позвонили Марии Сергеевне. Но тут уже в роль вступила Алтынай Ольга Борисовна. Слушаю. Алло. Да, здравствуйте. Это... Я могу услышать Марию Сергеевну? Да, я слушаю. Это Устинова Виктория Владимировна. Я с вами связываюсь из полиции, из главного следственного управления МВД России по Москве. Мария Сергеевна, вы в курсе по поводу чего я с вами связываюсь? А-а. Понятия нет. Нет, в курсе. Вы сейчас по месту регистрации находитесь или в Москве? Я? Где я должна находиться? Ничего не поняла. А вы сейчас в Москву не приезжали за последнее время? Нет. Не приезжали. А вам имя Семенов Олег Викторович, 91-го года рождения, о чем-то говорит? Нет. Нет. То есть вы его не знаете, это не ваш родственник? Нет. А как у незнакомого вам человека оказались ваши документы? Вы это как-то можете объяснить? Какие документы? Я никому ничего, никакие документы не давала. Как это? А паспорт сейчас у вас где? Дома находится? При вас? Не утерян, не украден? Паспорт, естественно, при мне. А как фамилия? Паспорт. Может, вы что-нибудь ошиблись? Нет. Туркова Мария Сергеевна. Как фамилия? Туркова Мария Сергеевна. Нет, ничего такого, не знаю, никому ничего не давала. Никому не предоставили. Дело в том, что у этого человека сейчас на руках копия вашего паспорта. И доверенность генеральная. Генеральная? Вы как это можете объяснить? То, что у него генеральная доверенность вашего имени. Дает ему полное право представлять ваши интересы в акциях, финансовых организациях, также коммерческих. Генеральная доверенность ему дает доступ к вашему имуществу. Может представлять ваши интересы в абсолютно любом месте. Ничего не поняла. Вы как это можете объяснить? Ничего не понимаю. Ничего не могу объяснить. Ну, он вам не знаком, я правильно понимаю? Нет, конечно. А дайте я запишу, кто вы. Повторите. Я запишу, кто вы. Записывайте. Готовы записывать? Да, пишу. Ерчева. Ерчева? Да. Но. Анна Владимировна. Анна Владимировна. Владимировна. Угу. Следователь лейтенант юстиции. Лейтенант юстиции. Лейтенант юстиции. Угу. ГЦУ, ГУ, МВД России по Москве. Угу. Ну, это мне записали? Не... Да, это мне не обязательно. Все равно не понимаю ничего. Так что мне надо-то? Ну, для начала у меня есть, конечно, ряд вопросов к вам. И объяснить ситуацию, почему я с вами связалась. Давайте. Мне поступило заявление в рамках проверки в отношении вот то, что вы, возможно, столкнулись с фактом мошеннических действий и подделка документов. Этот человек непосредственно у нас в Москве обращался в отделение ВТБ банка, предоставил эту доверенность,
требовал снять деньги. Также у меня указана информация, то, что от вас сейчас отображаются заявки на кредитование в ВТБ-банк. А вас что-то вообще в принципе связывает на сегодняшний день с ВТБ-банком? Нет, ничего. Возможно, раньше обслуживались ВТБ? Нет, никогда. Никогда не обслуживались. Так, да, очень странно, что его, конечно, могло привлечь в ВТБ-банк, но, насколько я знаю, это хороший кредитный банк. Возможно, за кредитом именно обращался в отделение ВТБ-банка. Так, ну хорошо, сейчас укажу эту информацию, но скажу вам сразу. Есть прямое подозрение, то, что утечка ваших данных могла произойти от сотрудников банка. Поскольку в доверенности, помимо паспортных данных, которые есть в принципе везде, были указаны ваши банковские реквизиты. Вы лично могли кому-то банковские реквизиты предоставлять? Нет, никому ничего не предоставляла. А с мошенничеством раньше не сталкивались? Знаете, вот звонят, представляются банком, запрашивают ваши данные, номер карты, номер счета. Нет, ничего. Ничего. Но если утечка данных происходит не от вас, то, скорее всего, это будет вина сотрудников банка, как я полагаю, поскольку подобные случаи у нас уже были. Ваши данные на сегодняшний день в каких банках фигурируют? В какие банки вы давали согласие на обработку ваших данных? Только Сбер. Только Сбербанк. Раньше ни в какие банки вы не обращались, заявки не подавали, может, карта вы, нет, а вы не пользуетесь другого банка. Нет. Только а Сбербанк. Где там, а так, в каком, где там я живу? Может, что-нибудь перепутали? Может, не я это? Нина Сергеевна. Секундочку. Ну вот у меня указано это. Как вы сказали только что имя? Ну, Нина Сергеевна. А вы как меня называли? Ну, я же звоню Марии Сергеевне. А, так у меня сестра Мария Сергеевна. Мария Сергеевна? Да. Ну, вы в Питере проживаете, если сестра. Вы с сестрой в Питере проживаете? Ну, она в Питере, а я в Пермском крае. В Пермском крае. Так, хорошо. Ну, у меня указано, что Мария Сергеевна зарегистрирована. Это вот в Питере. Угу. Так, а как я могу связаться, подскажите, с Марией Сергеевной? Почему-то так, просто номер указан за ее именем. А, так она просто, наверное, меня указывала, мой номер телефона. Так может, мои там эти самые что-нибудь, мои деньги там? Нет? Нет, но доверенность была от Марии Сергеевны Тюрковой. Тюрковой? Ну, вообще фамилии такой нет. Я с Марией Сергеевной как могу связаться? Ой, это может, надо, номер у вас есть, это даже, ваша сестра, ну, давайте попробую, сейчас я это самое, поискать, я сейчас не найду. Мне нужно выйти, вы перезвоните, ну, мне, перезвоните мне. Как еще фамилия, может, не та фамилия? Туркова. Туркина? Туркова. А, Туркова? Ова. Ага, Мария Сергеевна? Мария Сергеевна, ваша сестра, как вы указали. Да, Туркова Мария Сергеевна, сестра. Моя сестра, да, она в Ленобласти живет. В какой области? Ну, в Ленобласти, Ленинградская область. А, это же вы в Пермском. Ну да. Так, хорошо, я вас поняла. Ну так может все-таки номер ее найдете, чтобы я могла с ней связаться, а то как я с ней свяжусь? Этот номер зарегистрирован на ее имя. Ну давайте вы отключитесь и через 5 минут перезвоните, я вам это найду номер ее телефона. Напишите, может, да. Выпишите где-то, чтобы вам было удобно продиктовать потом. Да я не, ну да, я напишу, выпишу, а вы мне перезвоните 5 минут через 5, пожалуйста. Да, хорошо, ожидайте. Да, конечно, конечно. Угу. Давай. Алло. Да, Нина Сергеевна, это Устинова Виктория Владимировна. Вы выписали номер? Сейчас, да. Сейчас, на бумажке. Сейчас открываю. Сейчас, секундочку. Где-то, господи, написала и тут же было. Сейчас. Да, я ожидаю. Угу. Секундочку.
Куда ж я ее только что написала и куда-то бросила? Да что ж такое-то? Господи, вы меня ну, так... Ну, вы точно переписали номер? Да, написала, да, сейчас. Где? Бумажку-то кинула, держала в руках. Ну, только-то... Да куда ж она, бумажка-то делась? А, во, господи, в карман положила. 8... Наш телефон 2-2-3-2-3-2-2-2-3-3-2-2. Верно? Да-да-да. Так, номер Марии Сергеевны, так, да, хорошо. Да. Да, спасибо, что предоставили номер, я тогда с ней свяжусь, извините за ошибку, просто что номер указан, понимаете, это Мария Сергеевна был. Ну, она, наверное, просто это ошиблась номером, когда оформляла. Угу, ну, в любом случае, ну, это она оформляла банк, поскольку он предоставил мне банк. Но я же вам предоставила информацию, то, что доверенностью обращался. Ладно, да, благодарю вас. Ага, спасибо вам. Хорошего вечера. Угу. До свидания, извините за беспокойство. Алло. Алло. Да, здравствуйте, это Туркова Мария Сергеевна. Слушаю. Да, здравствуйте, это Устинова Виктория Владимировна. Я с вами связываюсь с полицией, с главного следственного управления МВД России по Москве. Господи, что случилось? Опять, что ли, мой там что-то забуянил? Блин, а только оставь его, когда он напьется, начинает. Что опять случилось? Нет, подождите, я не звоню касательно ваших родственников. Мне у вас, ну, можете родственник, мне необходимо уточнить у вас, кем вам приходится Семенов Олег Викторович. Господи. Я не знаю, это полностью. Что, простите? Да вы, господи, думала сейчас это самое, что с мужем у меня опять чего-то там натворил. Я уехала. Нет, я не дома оставила его, а он это... Ой, мне ж нехорошо стало, подождите. Так, кого вы назвали? Я вообще не знаю, кто такой. Семенов Олег Викторович, я просто только что связывалась с вашей сестрой, с Ниной Сергеевной. Почему-то номер был зарегистрирован за ней. Она мне предоставила, чтобы я с вами связалась, вот номер ваш. Вы имеете в виду, какой номер за кем зарегистрирован? Ну, смотрите, я связывалась по номеру, по которому я с вами сейчас связалась. Ну, а меня, вот, по моему номеру, вот, вы звоните, это я. Вот, 86-22, ваш номер. А я связывалась по номеру 1378. Думала, что я звоню вам, ответила ваша сестра Нина Сергеевна. А, это Нине вы звонили. Да, это я ей симку когда-то оставила, где-то с год назад ей отдала свою симку, там тариф хороший. Вот, сейчас там такого тарифа нет просто выгодного, а у меня две было симки, я одну, когда в гостях была, оставила вместе с телефоном, я телефон подарила, симку вставила. Так, ну ладно, с этим разобрались, да, я вас поняла, с этим разобрались, ничего страшного, номер ваш предоставили. Ну да. Дело в том, что вот мне вот только что поступило заявление, где было указано, что гражданин Семенов Олег Викторович вчера у нас в Москве посетил отделение ВТБ банка. Там он якобы представился вашим родственником, была копия вашего паспорта, генеральная доверенность от вашего имени. В отделении банка он потребовал снять деньги. Даже я и доверенности не копил. Что-то путаница какая-то, наверное. Вот, так, подождите. Ну вот обращаясь в ВТБ банк, сказал, что вы якобы приехали в Москву на лечение, вам срочно нужны деньги. А вы сейчас где находитесь? Вы не в Москве? Нет, конечно. Пока не в Москве. Не в Москве. Ну он указал, то, что вы приехали в Москву на лечение, якобы у вас операция. И вам срочно понадобились деньги, обращался в ВТБ банк. Это не мог быть все-таки муж, который напился и пошел это. Искать, где денег взять, пока меня нет. Угу, и так. Представиться так. Подождите, вы на супруга думаете? Этот идиот все может. Ну, а супруг ваш где находится? Он что, в Москве он сейчас? Дома. Ну, вообще, я считаю, что он дома. Он дома. Ну, я просто уехала по делам по своим. А он остался дома с детьми. Ну, я думаю, что он... Приключение его могло потянуть. А, его могло потянуть на приключения, зная его. А приключения, Мария Сергеевна, требуют денег. Скажите, вчера ваш супруг где был? Ну, я считаю, что дома. Ну, во всяком случае, он говорил, что дома. А его как проверить-то? Ну, я не знаю, как вы можете это проверить, но обращался не супруг. Я-то не дома. Я не дома. А вы дома когда последний раз были?
Я уехала, в понедельник я уехала и вернусь в понедельник снова. У меня самолет в воскресенье, и я вернусь в понедельник. Угу. Я за неделю уехала в отпуске. Так, хорошо, Мария Сергеевна, я вас поняла, но поскольку вы ничего не знаете об этой ситуации, я покажу то, что вы столкнулись с фактом мошеннических действий по 327-159 статье УК РФ «Мошенничество и подделка документов». Сейчас необходимо также выяснить, откуда у этого гражданина есть и ваши данные. Вы супруг не мог взять ваши документы? Нет, паспорт у меня, я бы иначе на самолет бы не села. Ну, я имею в виду, возможно, брал ваши документы, фотографировал, снимал ксерокопии. Слушайте, ну... Или документы всегда прям при вас? Ну, нет, конечно. Дома нигде вот. Ну, я с ними, не с ними, с ними под подушкой. Ну, лежат и лежат. Так, хорошо, я вас поняла. Мария Сергеевна, а с вами сотрудники ВТБ банка связывались? Вас информировали об этом инциденте? Ну, я так понимаю, что нет, по вашим ответам. Нет. Никто мне не помнит. А вас что-то объединяет на сегодняшний день с ВТБ банком? Почему человек шел целенаправленно в ВТБ банк? Понятия не имею. Нет, сейчас ничего. У меня там была раньше карточка, но в год как и там я все закрыла и это и попрощалась с ними. Так, хорошо. А конфликта у вас ВТБ не было? ВТБ, ну, в смысле, нет, ВТБ зарплата, а на ВТБ у меня зарплата была от работодателя. Я на работу на другую устроилась, а там зарплата на Сбербанк. Я ВТБ не нужен, я закрыла карточку и все. Так, хорошо, я вас поняла. Но а он, Мария Сергеевна, у меня также... Он, да, обращался в ВТБ банк, и я так понимаю, ну не знаю, у меня не указано заявление не снятие личных средств, либо же кредит, но был, идиот, который ни черта не помню, но, собственно, ну, не помню. Ну, либо это не мой идиот, а какой-то другой идиот. Да, конечно, у вас тяжелая ситуация, то, что у вас с супругом такие отношения. Это у нас нормальные отношения. Но, скажите, вот... Но вы же его сейчас в чем-то подозреваете. Это уже необычные отношения. Ну, я просто понимаю, что он может, но, представляете, мужик остался на неделю без бабы, которая его в ежовых рукавицах держит. Ну и все, и запросто мог это уйти в загул. Он же не маленький, а же не следите. Ну, вы же понимаете, то, что это недоверительные отношения, я укажу эту информацию, будем иметь в виду. Нормальные у нас отношения, какие недоверительные? Это нормальные у нас отношения, как у всех. Что, у вас ну, не у всех такие отношения. Что, мужик в загул никогда не уходит, что ли? Никогда не поверю. Никогда с таким не сталкивалась. Ну, сталкивайтесь. Никогда. Я с утра до ночи на работе не сталкивалась. Вот он с утра таким, до ночи на работе, а он там, это, как вы можете знать? Да обычная история. Вы что, господи, я просто еще молодая, не знаете. Ну, Мария Сергеевна, мы сейчас не об этом с вами. Спокойно к этому просто относиться надо, и все, и самой тут свою жизнь не забывать. Да он так скажет. Ну, у каждого своя жизнь, Мария Сергеевна, но мы сейчас с вами не об этом. Это же говорю. Так. А, Мария Сергеевна, еще также такой вопрос. Вы в Алтайском крае когда последний раз были? А я вот сейчас в Алтайском крае. Я в отпуске уехала. А, вы так, хорошо. У вас в случае необходимости для решения этой ситуации вы сможете обратиться в отделение ВТБ банка для того, чтобы вы подписали документы о том, что вы доверенность на этого гражданина не оформляли и чтобы он не обращался от вашего имени в ВТБ банк. Сможете обратиться в ВТБ в Алтайском крае? Да я тут ничего особо не знаю. Я в санаторий приехала, у меня туда профсоюза путевку просто. А, ну, понятно, да, я понимаю, вам неудобно будет. Вот, да я просто так, не, я не знаю, где тут есть близко, нет санаторий за городом тут далеко. Что тут? Меня привезли с аэропорта на автобусе и увезут. Я даже никуда за территорию санатория не хожу. Лечимся тут. Угу. Так, хорошо, я вас поняла. Да, Мария Сергеевна, я вас поняла. Посмотрите, у вас конфликтов не было никогда с банком? Какие-то ситуации, может, просрочки, конфликтные ситуации, проблемы доходились до приставов, коллекторов, возможно? Ну, нет, таких не было. Подраться однажды чуть не подралась с охранником.
Ну, не подралась. Ну, я думаю, ну, охранник... Не подралась. Ну, охранник никакого отношения к системе банка не имеет. Это всего на охранник банка был именно. Знаете, когда ковид... Ну, охранник банка, но там это, я к системе банка, к их данным. Ну, не знаю, я пришла в банк, а он это... Маску... А нет, там, а, Мария, как было? Там не охранник, я вот... Нет, охранник-то как раз пропустил. В маске. Сначала я спорила с охранником. Он не пускал без маски. Когда ковид был, mm-hmm. только в масках. Вот, а у меня маски не было. Мы с ним, значит, спорили. Я ему доказывала, что это не обязательно, нет такого закона. Он не пускает и все. Вот, я пошла в аптеку, плюнула, думаю, что он здоровый мужик, я же все равно не обойду. Пошла в аптеку, купила эту долбанную маску, надела ее. Зашла, он меня пропустил. А мне надо было это, вот к операционисту там, этот, ну, в общем, с девушкой там. Вот, взяла талончик, очередь, значит, это самое, подхожу, паспорт подаю. Она, значит, смотрит на мою фотографию в паспорте, на меня, говорит, снимите маску. Но тут я озверела. И все сказала, все, что думаю. Говорю, знаете что, вы меня сначала не пускали в банк без маски. И если пришлось эту маску купить, там она дорогущая в аптеке была, только ковид начался, помните, какие цены были на маски? Там, не помню, там почти 1000 рублей за упаковку я отдала из 10 масок. Сейчас вот таких цен даже нет, и раньше не было. Вот. А теперь, говорю, буду снимать ее. Нет, уже, говорю, хрен, говорю, теперь вообще ее не буду снимать, пока она у меня не истлеет на лице за такие деньги. И вот я чуть и не прибила ее. Она, нет, снимайте, и все, отказывалась меня обслуживать. Я говорю, я не буду, вот мой паспорт. Вот как хотите, сказали маску надеть, и надела я, и все. И там они даже опять охранника она позвала, я там на охранника наехала, что-то он сам меня заставил там. И вот и сказали, туда уходите, я сказала, не уйду, пока я не обслужусь, вы обязаны меня обслужить. Там начальница отдела пришла, там что-то тоже пыталась мне там уговорить что-то. Ну, в общем, паразиты те еще. То сними и маску, то надень. Я думаю, что они вообще там с аптекой были в сговоре. Они там аптеки эти продажи делали. Вот такой был у меня конфликт. Угу. Ну, это уже 2 года назад, как ковид начал. А где это было, подскажите? Ну, у нас. По как... МГЕ. А по какому адресу банк находится? Ну, в МГЕ. Вот конфликт с охранником был. В МГЕ. Так, одну секундочку. Угу. Так. Одну секундочку, сейчас посмотрю. А вы улицу помните? Ну, что-то надо напрячься. Сейчас подумаем, где же это было-то. На вокзале. Может, помните, на вокзале. Да, на вокзальной, да. Но я не помню, дома на 5-й, да. В смысле, на 5, да, наверное, на вокзальной. Ну, да, у вас руководи линии, я вот рассмотрела. Да. Хорошо. Но, Мария Сергеевна, какая ситуация? Сколько подобных случаев уже были, и в некоторых эпизодах у нас подтвердилось, то, что сотрудники банка попадаются, простыми словами, недобросовестно и продают данные своих клиентов. Сейчас, конечно, у меня есть подозрение на сотрудников банка, но пока мы это не проверим, не направим инспекцию, я это с уверенностью вам сказать, к сожалению, не смогу. Вот поэтому я у вас и запрашивала, не было ли у вас ситуации, ну, с сотрудниками банка? Вот такая была охранником. У меня история. Ну, там охранник, и потом, ну, я говорю, там это вот операционистка была, девочка, которая издевалась, я считаю, надо мной. Вот, и потом это там директор филиала или кто там она, ну, в общем, начальница там. Вот мы там все это стояли, собирались, орали друг на друга. Но я их матом перекрыла, блядей. Ой, простите. Так, я вас поняла. Так, одну секундочку. Ну, смотрите, какая ситуация. Сколько остановить факта мошеннических действий? Я вас проконсультировать, к сожалению, не смогу в дальнейших действиях, как вы можете себя вот обезопасить. Но я буду обязана передать информацию в Центральный банк. У нас была создана следственная группа, в которую вошли мои коллеги следственного управления и сотрудники Центрального банка. За вами будет закреплен персональный менеджер, который будет нести всю финансовую юридическую ответственность по вашим счетам. То есть они вам предоставят ряд дальнейших действий, что вам необходимо будет предпринимать, то есть что вам делать, нужно обращаться в отделение банка, не нужно. Они вам это все объяснят и помогут. Как вы можете решить вот эту ситуацию? А что там решать нужно? Скажите поподробнее, что нужно делать?
Но эту информацию вам предоставит сотрудник Центрального банка. Я же не сотрудник банка, я следователь. Вам делать по банку, я не знаю, уж извините, это не в моей компетенции. Но сейчас, чтобы я могла квалифицировать это дело, по статье 159 КРФ мне необходимо указать сумму потенциального ущерба, который вам вот могут нанести мошенники на сегодняшний день. Если ситуация, мошенник обращается в отделение банка и требует снять всю сумму. О какой сумме идет речь? Так, я еще раз, я не поняла ваш вопрос, честно говоря. Что нужно? Да, смотрите, мне нужно указать сумму ущерба, которую вам могут нанести мошенники на сегодняшний день. Если гражданин обращается в Сбербанк и хочет снять всю сумму, какую сумму ему могут выдать? Ну, в смысле, если он обратится, зачем? Не понимаю. Ну вот смотрите, если он обращается в отделение банка, предоставляет доверенность, который дает полное право распоряжаться вашими финансами, и он говорит, что я хочу снять всю сумму, то есть я хочу снять деньги по счетам Марии Сергеевны. Ага. По доверенности сотрудник не может отказать в выдаче средств. Если вы открывали счета, вклады, карты, не важно. Мы же отказали, я правильно понимаю, выдачи? Ну, в ВТБ банке ему отказали, но он же может повторно обратиться в отделение банка. Дальнейшие действия я его не предугадаю, это никак. Так, и что мне нужно делать? Заблокировать там все или что? Но если бы помогла вам блокировка, я бы вам об этом сказала я и уже понимаю, на первой минуте. Я слышу по интонации, что вы какой-то вопрос задаете, но я не понимаю, что вы спрашиваете у меня. Что это? Не совсем так же. Хорошо. Давайте простыми словами. Вы карту в Сбербанке имеете, вот дебетовую карту обычно? Да. Имею. Вы припоминаете остаточный баланс по карте? Приблизительно. Какая сумма там находится? Ну там на карточке-то у меня немного. Я это на счет обычно перечислю. Неважно, 100 рублей, 5000 рублей. На карточке у меня 1007, наверное, есть. На карте, вот именно на карточке, да, 1007. Так, хорошо, я указываю тему. Вы счета, вклады, накопительные открывали в банке? Ну да, там у меня счет еще есть, вот, чтобы там с карточки на счет и со счета на карточку переводить. Угу. По вашему накопительному счету, какая сумма сейчас находится? Так же, как припоминаете? Ну, там 540 было, крайний раз. 540, у вас один счет, правильно? Ну да. Все, вот все ваши продукты, это счет и карта. Не, ну у меня еще есть кредитка, но я ей не пользуюсь. Просто мне там я приходила. Так, кредит. А вы ее активировали? Вы ее получили? Ну, конечно, получила. Мне же выдали. Мне сказали, что ничего, ни к чему она меня не обязывает, платить за нее не надо. И она бесплатная, ну, обслуживание имею в виду, там, типа, возьмите. То есть вы ее не получали в отделении, правильно? Ну, почему? Ну, выдали же мне ее. А выдали. Хорошо, с каким лимитом вам карта выдавалась? На 50 тысяч. На 50 тысяч. А, потом смс-ка приходила, что там увеличили лимит до 100. Но я, видите, я не пользуюсь ей, я даже и нет, не особо не есть, она есть. На всякий случай мне сказали, если вдруг деньги срочно так, надо, в общем, вы сказали, указали. Можно. Хорошо, смотрите. Я округляю тогда. Давайте я с вами округлю, это 650. 700 тысяч рублей, которому могут нанести ущерб мошенники, я укажу эту информацию и передам в Центральный банк. Они обязаны будут застраховать эту сумму. В случае, если мошенники пишут деньги, они вам ту сумму и возмещают, которую вы указали. Сейчас слушаю ваши вопросы. Возможно, что-то было непонятно. Какие-то вопросы ко мне возникли? Да ну нет, вроде бы. Нет. Я только не могу понять, мне что-то нужно делать или нет. Вы что-то меня такой информацией ошарашили. Огорошили, я не знаю теперь, что мне нужно делать-то. Ничего повторите. Пока не нужно. А что повторить? Повторите, пожалуйста, связь пропадала. Я говорю, что я не понимаю, что мне нужно делать, или мне ничего не надо делать, или вы меня, говорю, огорошили вот этой информацией на ночь глядя, а я теперь это думать буду, что мне что-то нужно, мне кто-то обращаться или что-то, что надо-то? Но если вам нужно будет обращаться в отделение банка, вам об этом предоставят вот информацию, об этом скажут сотрудники Центрального банка. А что нужно тогда? Вы меня это спросили, я вам сказала, что дальше-то делать нужно. Что дальше? Во-первых, я вас сейчас еще проинформирую. Статья 161, это недопустимость разглашения данных предварительного расследования. То есть сейчас, поскольку ведется следствие, вы являетесь участником следствия. Информация третьим лицам не предоставляете.
соседи, коллеги, родственники, друзья, поскольку участник следствия, вы знаете об этом, понимаете? Ну, говорите. И также вам будет нужно обратиться в местные органы полиции. Будет у вас возможность такая? Обратиться в местные, ну, по 02 позвонить? Ваше РОВД, ваше РОВД. Нет, ваше РОВД. Ваше РОВД вы сможете посетить? Ну, в МГИ, но это только в понедельник я прилечу, потом доберусь пока, ну, вечером в понедельник только, наверное, если в наше, где я прописана, где живу. Да. Минское отделение полиции. Сможете посетить? Ну, это в понедельник только. Ну, завтра, наверное, вот в местное Белокурихи надо будет, да? Ну, там, где вы сейчас находитесь, понятно, материалы направлять не буду. Я ваша, вот, где вы проживаете, МГН. А, ну да. Материалы. Ну, хорошо, чтобы, да, я в понедельник буду. Обратились в отделение полиции. Хорошо, да. Так, в понедельник у нас с вами сегодня что? У нас с вами четверг. Да, да, я вот в... Так, ну, думаю, как раз у меня материалы будут собраны, и я направлю эту информацию уже в ваше РОВД. И скажите, Мария Сергеевна, вы вообще на данный момент, вы трудоустроены? Ну, конечно, да. Конечно, вот как у вас, вы сколько дней в неделю работаете? Ну, как обычно, как все. Так обычно? Ну, как все, это с понедельника по пятницу, с понедельника по субботу, с понедельника по пятницу. Да. А у меня такое ощущение, что вы безработная. А как вы это решили? Почему вы такое ощущение? В санаторий поехали. Ну, занимаетесь отпуск. Непонятно чем. Ну, у меня как отпуск. У вас времени на это все хватает? У меня отпуск. У вас отпуск? Да. Вот Алтынай, а вы его заслужили? Алтынай рядом сидит вам тоже, вот говорит, она тоже в отпуске. Давайте Алтынай? Передам, да. Мария Сергеевна. Алло, вы и Нина. Алло, привет, а что ты куда-то делись? А что куда делись-то? Это мы считали тоже там, да? Вот мы вместе с этой, с Марией. Я вот понимаю, вместе, что считали, это спасать, вы. Да? Ну, да. Актриса, актриса. Ну, а что делать-то надо? Понимаю, что это вы. Ну, на фильме спасибо, и безработная. Куда делись-то? Безработная. У меня безработные-то вы. Тебе нечего это делать. Это вы безработные, там сидите в подвале, там это... После неудачных трех разводов подряд мошенники поставили мой телефон на спам-смс, которые шли мне 3 дня подряд, каждые 15 минут. Всем удачи! Не дайте себя обмануть!